Раз, раз, раз. Алло, здорово. Алло. Как тебе шуточка? Скажи мне немного. Ну, а что делать? Маша, дай ванить начинает. Ну, клайнап плохой, на самом деле. Вообще плохой. Не знаю, мне кажется, нормально. Ну, я нестабильный дико, поэтому оно у Анилы и у Воркера мог бы карту отшать, поэтому мне надо было на Воркера Ну да, карту. мне кажется, лучше бы с Гюнтером, чтобы агент СН. Да видишь, этот агент ты писал, на МВ будет трай, и решили, что. Вообще аниме внезапный. Какой патрин? Так вон, этого-то нету еще. Там же создали с Юкавики один. Блин, парашный скайп опять звук. Варкрафта сбил. А то сбивает, то не сбивает. Привет, Тагир. Так ДР, так которая топовая получается со скелетами. Да, хороша, Да. хороша. Там лабы нет, так бы она норм была против рифов. Я тебе что могу сказать насчет трая? Ты главное в аккуратной макро играй. Прям в начале. Если начало не проиграешь, Меня то есть не недооцениваешь. рискуй, спокойно. Кажется, Не знаю, дабл. Чем вообще вот это? тянет. Так что аккуратнее. Так а чё, ты же звонил, ты же главный. В смысле, нажми. Ну я почему-то нажал, Не, он куда просто не брал, он включился, тут уже поэтому вроде как. дожимался. Я знаю, что. Видишь, я прекратил гадости говорить. Здравствуйте, агент. Здравствуйте. Уф-уф. Я сейчас могу молчать и есть. Хорош, Ну, просто хорош. фон обеспечивать. Хорош. Нет. Хорош. Что дай потренил. Так, а чё, на YouTube не пошел? Ник просит. Не пошел, все нормально. Я хотел какую-нибудь песню про пасос поставить, но что-то не придумал. Не, ДР хороша, А, прям ДР, тоже ладно. клипинг тренит, что ли? Угу, видимо. Ну, в душ пошел. Он говорит, что только домой Готовится к зашел. Шадаю. Ну вот, значит... Шадай думал, что его уже Да, успел слить в армию. обрадуешь, да, что это не он был. Хотя он, наверное, слушает пока. Блин, парашный лайнап. Ну да ладно. Если Шадай 2-0 поведет, то дальше уже можно играть. Ты тоже должен Да 2-0 нет, играть господи. серьезно, Я, без кстати, вообще фуфла. не знаю, что этот трай Ну, делает. без Я сейчас ста. быстро гляну пару его дымок. ТГВ мне уже сказал, что он без ста хочет. Ну Я это ему вообще сказал, не... просто выйди в На обычную макро МВ это против трая. вообще нельзя в беста. Там Агент, только у меня дизайнер. сработало. А, Теха. ну на эхо тоже. Не-не-не, он хорош. А, или подожди, или... Да, ниже на эхо. Нет, дело в том, что против трая вообще нет смысла что-то пытаться Да, выиграть в ТГВ гораздо начале. лучше стандартом играет, Все, чем я трай. скачал его игры с Ты его Империусом и просто Ником. позднее в макро спокойно выиграешь. Да, на эхо спокойно экспанс ставишь, как обычно. Трай Сканируешь, это все. игрок, который андедом в макро в позднее проигрывает. Ну, я тоже слил этому вот конъюду, который Ракс пошел ставить. Вас, в общем, равный матч будет. Я когда более-менее тренился, Траю не проигрывал. Ну, начинается. Короче, Хорош скажете, дезморалить как теперь. придет этот самый... Я Что, наоборот пошел из реплей Да, смотреть? по-быстрому. Намекаешь слабый С трай. Ником, наверное, потому что с Империусом нет смысла. Я тебе могу еще с Увиной Да не идти. надо, зачем? Там он с Ником играл, правда, не знаю. Вообще, я думаю, знаете, что, блин, плохо на этой лиге? Надо было сделать это, чтобы лайнапы были видны за час хотя бы. Так А у меня на неинтересно. эхо есть реплей, давайте на эхо скину.
Ну ты скажи просто в эксп, не в эксп. Я с ником посмотрю. Мне из Варкрафта надо выходить тогда. Зачем? Ну ладно, я выйду. О, господи, они с ником играли Crystal Kingdom и NE. Сейчас гляну, кто выбрал NE. Аж 5 дракона покритить. Давай бомбанет. ДВ агента еле слышно. Ну, скайп опять чудит. Ну пофикси лол, блин. В микшере сделай скайп погромче, часто. Не все так просто. Это не в микшере, нет, а в ОБС все приходится регулировать. А почему в микшере нельзя? А, в микшере у меня все выкручено на максимум в скайп. Я когда наушники надеваю, у меня на 30% в микшере все. TriVex на эхо играет, крипит, начиная с верхней точки, и потом опускается вниз, обе зеленые, лагерь, и потом эксп. А потом короче, я говорю, да, визит в магазине такой... встречает. Ну вот на НЕ он сразу пошел крипить черепашек. Крабов. И потом пошел к нику. Ставит эксп без башни на мейне, без башни на экспе. Ну это изи бист. Без дефенса, сразу то есть ставит эксп. Изи бист. Так он, скорее всего, разведает. Так я пойду сразу к нему без стоночки. Не, против Ника он, ну да, поздний экс поставил. Ну блин, зря что ли в беста начал играть. Играй как тебе нравится. Ну мне не это. Если бьешь в говнище бестом. Не надо в беста. Вот по стандартам выиграешь. Ты недооценишь меня. Я оцениваю тебя, как ты играешь какой-нибудь фигней, как против атеиста. И сливаешь. Ну, вот, видишь. Ты стандартом и Алекса выигрывал, и еще кого-то сильно. Да. Мак. Ну, Алекс, он не так пушит, как... Я Авса выиграл стандартом. Ну, Трай как раз-таки не такой пушер, вообще не... И Алекса. Посмотрим. Он не в этом дело, он не пушит, он наоборот макро. Да, он зашел Гюнтер. Макро игрок на 53 лимита сидит. Давай, давай. Короче, там реально макро была. С экспом меня выходить в 53 лимита. Так. И меня. Я уже захожу. SQK-вики один, да? У Шида что-то пинг больше меня в ВТФ. Только что был 142 у него. Сейчас 179 стал. Что-то скачет. Нормальный пинг. Ну так это Обама обезьяна попросил звук отрегулировать. Блин, ну придется регулировать. Почему? Это, по-моему, друг Обама обезьяна. Да, это сам стример, а Обама обезьяна это каркастер, насколько я понял. Ну я вроде отрегулировал. Сейчас еще игра пойдет, выкручу Warcraft. Че там балансик? Это пинг нормальный, ну на самом деле нормальный. Да, торрент это запускал. А чё за бот? Квабэк. Ну да, меня что-то у всех скачет. Ну хотя, может быть, знаешь что? Блин, Шадай же сек написал, по-моему. Да? Ну им, наверное, пофиг. Он сначала написал Реди, потом сек. Ну, строится. Ну, нормально. Начал, да. Дело в том, что боты, где пинг вообще одинаковый показывает, они тоже неправильные, потому что это просто пинг реже обновляется. Ну, то есть у вас может залагать интернет, у вас покажет 3000, и потом у вас нормальный становится пинг, но у вас будет он как бы снижаться постепенно. То есть он средний показывает за последние минуты. Да, Шадай бугуртит. Не успел докурить, наверное. Проход в камышах оставил. Этот Гюнтер вообще не знает, что тут со скелетов начинать надо. В
У меня, блин, багуля с Варкрафтом. Это здание не видно, надо будет ребутнуть ком. Ты не увидишь вышки Кодоса. А вам повезло, что Кодоса поставили, а не Иванцев. Чего? Это мы еще посмотрим. Ты видел у них 78 уровень? Ну мы просто слили. Нет, мы слили Кодосу из-за того, что чай пролил. Нет. Мы и тем слили. Окей. Ну по Кодосу-то вы приготовили мощную страту. Только для мостов вы подготовили? Да мы ее черпаем, и все. И с опилкой? А, ну. Ну хотя, я думал, мне кажется, мы не будем ее черпать. В макро мне кажется, нам лучше ПГ черпнуть. Да нормально ПГ что-то. Они не вряд ли ПГ-то пикнут. Кодос был и дома, но они не бежали к нам с мерками. Ты вспомни, мы играли с ними на ПГ. Да. Мерков не было никаких. Этот экс потом ставил Кодос. Или черпайте мосты, или играйте в макро на них. Там не надо... Ну, вот надо думать. Так. Она слишком большая. Да, если мы на ней не фигуре. Играли, то не надо. Зачем мы будем? Да, я тоже считаю, что не надо. Ну, вопрос в чем? Они могут и ЛТ пикнуть. Ну, норм. ЛТ уже похуже, почему конечно. Похуже? Ну, брать турнир получше для макро, чем ЛТ. Ну, ладно, давай пока не будем об этом думать. Мы еще можем не дожить. Может быть, не дойдет. Может, не дойдет до 2 на 2. Все 2-0 выиграем. Ну, кроме меня. Достаточно 2-0, 2-0, 2-1. Понял, агент? Тебе достаточно 2-1. Да, понял, я-то могу 0-2. Блин, ну... Там Алекс 2-1. Это переворот в матчапе с арканой. Юнтер-то карту плохо знает, мне кажется. А это... правильно все покрепился. ДВ, по твоей теме идет? Что? Ну, в правильном порядке что-то? Не, Гюнтер в правильном. Я в тяме не играю. Гюнтер в правильном порядке. Да, уже пришел 9. Сколько? Уже 9 хп было у скелета. О, включил. А он включил, может, написал ему? Арча? Блин, без вас. Надо было? Не надо сейчас чей нарезать. Да нет, сейчас просто... Он не заметил, что... Сейчас перестали брать подсветку вообще. Что? Мне это тихо бесит. Конечно, бред. Тем более у него не супер фасты, да? Ресурсами. Блин, лет. Сейчас надо арчей разменять. Скелетов-то нету так у этого. Так ты разменяешься, если... Да. Вот имба. Да. Ну, как бы. Ты что, так узнал, что ли? Имба. Он не хайдит арчей. Сана имба. Нормально, две арчи убил. Сколько... Можно сколько, было, конечно, получше. Скелетов полностью. Ну, он... Посмотри на уровень. Посмотри на девайс, который он получил. Смотри на Вайси Демонха. Тут Шадай. Ну правильно, в принципе, можно забрать. Да нормально, Лол, он тут тыкнет всем в Димку и все тут отойдет. Стрелку только морозную сразу включить. Еще МП. Сейчас еще один койл будет. Все, отходи. Койл. Койл! Кого я учу? Конь! Интересно, а Архимаг может подойти и тут поменять коня, если он битый? Типа хилится. Окей, хилится. Это эльфы любят из всяких. Писсуаров, скажем так. Сейчас покрипджекнуть. Да бам, обезьяна на меня так влияет. Я чувствую его присутствие. Блин, тут просто рай для дарки или... Баньшей. Можно коня 100 хпового набарыжить. Блин. Он уже ничего тут не сделал. Так он нет. До дому. Эльфа. Ну пусть лежит. Топовый в том плане. Че ты? Эй, ну не трогай Архимага. Ренегата. Чему? Ну он умирает с таким же звуком, как настоящий конь. Раз с тобой слышит. Куда? Гриб не кричат. Да. Кто-то гребет. Тут же реджу вкидают, ему надо магии не хватит. Хотя это эльф, конечно, эльфу хватит, но... Не, почему не хватит? Эльф, да. ДВ ведь легко закрикивает. Шо лопить сразу? Неудачно. Большой подлетел. Короче, убил крипа без дела. Можно ТП агить, что дают уже, или убежать. Зачем убежать нормально? Вон еще кол кинуть. Зворчу можно было кинуть, как раз надо. На арчей смысла тратить. До сих пор, то вообще сейчас следует. Так он наоборот хотел... Кстати, ставить, можно пойти отдать. Забрать эту точку. Да, идет, хорош. Сейчас голема...
Шадай, блин, скоро полюбит эту карту. Нормально, тоже девайс. Ладно, go в портал и вторую такую. Фу. Все, да можно же фонтаном же прибить здесь. Лич танкует, да. И все, а что ты делаешь, смотри. Надо убивать этих с ядом, что ты делаешь. Гулет не кивает. О, пойдет. Нормально. Да. Если я вырублю твич, то вообще никак не поможет. Можно подкрутить медведя и кружить. Не-не-не, зачем? Меньше виспов и ТП. Все. Изи. Хоть бы дыхнуло табуретки, куда он дышит. Скелета. Шадай вообще не привык, наверное, с таким количеством голды работать. На этой карте только. Кстати, видели осветительная ракета выпала. Шадай. Я запустил, у меня ничего не лагает. Даунский девайс. На плеере Good Game. И дропов нет. Я тоже не лагает. Да это бывает на Good Game. Некоторые стримы у некоторых людей там как-то с кодеком связаны. Я не знаю, как это фиксить. Хоть не с кодосом. Скелет. Майкер по кассе. И куда ему сейчас 6 осветительных ракет будет? Освещать. Батюшки не хватает. И паспорт. Он освещает реально. Он начал пулять. Да, он пулял так. XX, Мейн и еще что-то. У него тень. Шадай, ну забери ты фонтан, вообще? Прошу тебя. Там, по-моему, падает. Вот нет, вот это лучше. Вот топовее. Это девайс. Да, там может этот. Ты видел? Сайленс поймал с фонтана. Хотя крипы не сагрит. Ну, так же слоу големчики кидают. Не агресс. Вот тупогенки отведи. Свиток. И Шимбаура отведенит. Шадай, ну забери фонтан. Да, сейчас надо фонтан забрать. Гулей послал. Не помню, что там падает. Типа. Ну там типа ауры падают всякие. Там пятый ДК. По-моему, там норма? Падают типа амулет на 3 сотни. 51 лимит у Шадая, и он не выходит дальше. Ну, блин, я если лагает, сидеть. То лагает он и все, потому что стрим идет только на Good Game, а все остальное это рестрим с канала Good Game. Поэтому если Good Game лагает, все лагает. Не могу стримить напрямую на YouTube или на Twitch. Плохое ТП, конечно. 51 лимит, блин! Да, как макро. Несколько минут 51 лимит. Это все скелеты виноваты. Это мы насоветовали их покупать. Да. На самом деле Гулюба уже давно убил, у него 1500 леса. А он Шадай. Надеялся, что там Гулюб заберут. Мне больно хотя лимит смотреть, Шадай. Он их послал карасить. То есть если бы он еще на базе убил, тех бы тоже убили. Нет, он послал. Ты посмотри, сколько у него леса, лоу. И три штуки, одну бы сам убил этими оставшимися. Да ему до конца игры уже леса хватит, что-то. Да. Ну пятый ДК это, конечно, шикардосик. С мамой. Но сейчас нельзя давать фонтан забирать, хотя бы 50 сидит. Да, Вовки, я ну, не может, знаю, другой там забрать, 1000 лет все. Уже назад забрал этот фонтан. МХ. Крипы кинули этот Сайленс на DPF, испугался, отошел. Все-таки крипится. Ну все. Или не крипится. Я не знаю, что так ДК уже там, ой, ДХ получил уже. Тут крипы-то изёвые. Сколько очках нет. Тут фонтан и то, и другое. Даунская мапа. Восстанавливает. Ну блин, поставили его. Хюнтер вообще зассал. Гулю. Не 9-го левела. ДВ сказал, что 9-го левела, а тут 8-го. После 8-го. Все, можно дарку не брать. Нужно, да? Можно взять питлорда. Можно нагу брать. Он бы ее и так не взял. Лорда. Тинкера. Сейчас фулл ману бы накопить. Успеваешь экспан сломать? Постой, декой. Одно дело 500 ман. Да ладно, там же банка есть, выпит, потому и свиток есть. Ну, и тем более, прикинь, полная мана плюс еще свиток. Ну, и банк. Не беги. Тинкера берет. Шейда ушла. Тинкера берет. Так сейчас зачем драться, он только выходит из лимита. Да, выходит. Ну все. Видел иллюзии? Вызов иллюзии. Беспалевный. Нет, Тинкер, ты куда? Все аккуратно. Ну, Ильфата, два медведя, лол. Все, ушадаем, ну, затекает. Так у нее, кстати. Табурет, вирм, можно драться. На город напали. А. Ну. Да, он продиспелил, но поздно. Да насрать. Не поздно.
И Тинкер сейчас моноберн получит, и второго завода не будет. Нет, деку. И шарит эльф. Тинку, наверное, цепломит все-таки. Панк-то все равно добьет, а Тинка с руки бьет. Вермини над завод, лесом. Шатай, завод. Финтов чуть как-то мало. А где завод второй? И скрола нет. Где койл верма? Да, вот есть скролы. Шатай, скролл. Рано еще. Блин, все битое было. Сейчас. Где второй верм? А вон, смотрите, запасные юниты. Ну да. И так справится. Ну блин, скролл пришлось тратить жесткий. Верни верма. У Лича-то еще был амулет. У него крест был. Да. Спокойно, но расконтролил среднюю в финалке. Это все скелеты мешали. Здесь лимита забыл. Короче, они до следующую, в общем, да, в следующую карту дотекают. Вот у них Эдис пришел. Я буду надеяться, что воркера заменят на Эдиса. Тогда у меня есть шанс. Блин, просто Тинкер по барака, агент. Прошу тебя. Так я не знаю, как это. Я же тебе делает. Все объяснил, показал. А так я редко на стримах ты говорил. Так в смысле, я тебе в чате написал. Конфе и скрин скинул. Расписал. Так я надо знать, по лимитам, он порядке куда бежать. По лимитам расписал. Гейм 2. Или нет? Вы зашли? Нет, не можем зайти. Потому что он не Бату сообщил при в... Ну, при в Game 2. Нам. А нам. Да. А он исчез. Да, давай теперь Game 2. Все. Хотел турнир по ХС катнуть. За час до КВ начинался. Можно 3 раунда и успеешь вылететь. Ну там при регистрации телефон потребовали. Пришлось ливнуть. Сейчас у Шудай пинг меньше даже, чем у Хантера. Ну в прошлой игре, когда пинговали, уже к началу тоже 140 стримился. Инна тоже хочет организатором быть, не в скайпе постоянно пишет, столбал. Спрашивает, какой у нас вето. Зачем? Он полезный иногда. Ну если его в рейне забанили, значит даун. Все. Не поспоришь. Легенд главный репортер. Легенд главный репортер арены. Тебя банили, Вол? За что? Да. По IP-то за то, что задосил. Ты? Ты задосил арену? Ну меня с драгоном забанили вообще. Нашего провайдера. Мы много о тебе не знали, агент. Ну я-то не додосил, а нашего провайдера. Багуля какая-то была, и шейка банили, и драгона. Может ты еще. Что-то вообще там. Это мясной конь додосил, я помню, майкера. Может и мясной конь, агент. Мясной конь не сейчас додосит. Что скажешь, агент? Свое оправдание. Я так, не знаю, вы вообще про о ком говорите, что за конь? Лавлет в топ-4 вошел, хорошо. Ну ты можешь отмазаться тем, что ты никак не можешь быть конем. Вот. Лошадь сказала, взглянув на верблюда. Какая страшная лошадь ублюдок. Да это. Да что-то там лошадь развитая, это ж просто верблюд недоразвитый. И знал лишь бог седобороды, что это животные разной породы. У меня все. А почему здесь не ставят брак? Это ж не хуман.
Ну что, сыкло. Видел, он на прошлой крепил зеленую с бараком, а тут оранжевая. Опасно. Тут же можно гулей прибегать и ставить некрополь, ну, в смысле, на базе вместо Зиккурата и гулей. Видел, как ремайн за 4 минуты, за 3 минуты проиграл? Люциферу. О, хорош. Люцифер на ТС прибежал гулей и отменил АО. Хорош, хорош. И все. Можно и некрополь. Ремайн вышел, Люцифер начал ржать на стрим. Хорош. Ну тогда правильно. Не, Люцифер мне нравится в плане. Ну, то есть он не за счет микрухи тащит. Да, он слабый, но так. Хумов нагибает. Как ты? Ну нет. Я не нагибаю никого. Той хорош. Респект таким парням. Надеюсь, ЛСом добьет. Не, ну на такое надеяться тоже не стоит. Меня, блин, спайкает на этом боте. Войска вступили в бой. А говорил, что на КБЦ у тебя нормально. Ну блин, тогда, когда мы тестили, было нормально. Шадай после опять этого у меня на всех стало плохо. А мне не спайкает, кстати, а тогда спайкало. Чего бил? Бил с двумя зигами. Слушай, а некрополь-то можно тогда ставить у эльфа на мейне? Как Печкин. Ну да, че нет. Прям сразу бежишь гулей, следом бежишь рабом. На ВЦГ Москвы ролла некрополем застроил, ролл в интервью говорит. Побежал чувак, поставил мне некрополь на базе. А че нет-то? Реально. Ну да, это тогда же патч вышел, некрополь стал не 120, а 100 секунд строится, изи. Кстати, поди вот тут влезем. Еще на эхо ставили некрополь. Вот ну да, на эхо. Против хумов. На экспанде, да. Да, на левом. Ну это бред. Да нет, ну это бред. Это нет, ну если не разведать, то норма. Да чё нормально, это надо вкладывать, чтобы у тебя одна не рука появилась. 4 минуты и... 500 голды. Почему 500? Это просто бред. Тебе все равно запасной вокалита надо делать. Приезжаешь, ставишь, он на 70 дороже. Потом тебе только могут сломать этот некрополь. Лол, если ты пушишь свиндали, не защищен. Он защищен, ты там стоишь все время. Ты пушишь без свиндов, если ты ставишь некрополь. Реген-то идет. Ну кто-то ставил, 120-й ставил. Да это ставили еще раньше, еще когда Хох играл. Там Хантерс Холл хочет умереть. Тут респов щелкает. Респев кто-то далеко ушел. Ну, сейчас Гюнтер хорошо отконтролил. Как? А уж да, что-то все гули в одной да, пачке. Да, что-то такой близко к Димке держался и много хп слил. Мне кажется, можно в ХХ тыкнуть на пофис. Одного респа убил. Ну тыкни в ХХ гулями, лол, что ты делаешь? Что тебе мешает, можно. Лол? Максимум гуну. Ну, в принципе, тайминг дряд не так важен, ты все равно не можешь. Как не важен, он не может крепиться нормально, ничего. Ты... Ну, пока дряд нет, у тебя руки развязаны. Нет. Там в этот момент, короче, пока дряды делают спер, у тебя ТР-3 год делается, и все. Ну, хз. А так он что сделал? Дал Кругаля за арчами, и все, толку. Ну, в это время Гуля убила Веспа. Ну, все, одна тут стопла на Димке. Я понимаю, что плохой размен. Мне кажется, делать. Стоит в ХХ тыкнуть. Все, или по надо позже. Было, надо. Либит позже копиться начинает. То есть вот он берет. Че он не плачет, гулей другой. И. Да нормально уйдет. Еще есть время. Вот. Шло. Эй, ДК, вернись. Да. Нагу взял. Это же да, не домикивает. Достанет Нага. Из-за того, что ДК не вернулся. Ну, минус гуля. На халяву. Там даже койл уже есть. Ну, да, был. Я ощущение, что ему лень выкрить. Да нет. Пинга. Он гайл на КВ плохо. Какая пинга? Блин, на арене такая пинга. Что, пошел этот? А, я думал, лагерь пошел крепить. Ну, сюда опять смог хакнул. Нормально. Койл? Хорош. Ой, еще и забашили, чтобы убивать не взял. Ну блин, гулю сейчас отдаст, но... Главное не ТП. Да нет, ТП-то не должен. Если гули не будут блочить деку, нормально. Шадай лича, да? Ну, скелет отдаст. Все, шадай, жми Т3 или табуреты. Ну, в смысле, не табурет, но и завод ставь, не знаю, что там. У Шадая просветка на стерас есть. Ну, эльфа, конечно, крипинг был. Блин, гуля сдохла на руднике верхнем. На гулю не доникивает. Да, три гули потерял лишние. Это не микро, это мультитаск. Мультитаск входит в микро. Нет. В понятие микро. Ну, микро. Можно разделять, но можно и...
Господи. Микро — это то, чем Хэппи занимается. Шадай Койл? Нет Койла. Нету маны. Вот забавно. Да и места нету, блин. Шады там забрать, чел. Войска вступили в бой. Ну вот эти арчи хотят новую. Да, Шадай? Они получат новую. А, не в ту дал. Ну не по той. Нормально. Нет. Минус 2. Ну ДК. Минус ЧП. А нет, там банка. Можно еще новую дать. Скелетов на арчу. Все, видишь, сейчас было эльфа, скелеты еще дриад не было, и он бы вообще ничего крепить не мог. Мурлоков бы своих крепил. Пососа. Ну у него ОФ как бы пришел к руднику. Ну и чего, Шадай бы ему не дал. Конечно. Без дриада, как он Снаги, без дриад это закрепил. Это нормальный тайминг магазина? Да. Да. Иногда даже на ТР-3 ставят. Иногда даже вообще не ставят. Но обычно лайф я видел. КД ставит, не он, очень. Короче, доделает Т3, идет покупать арбу, обнаруживает, что нет магазина, ставит магазин. Вот это скиллуха. Блин, глаза. У Ильфата тоже есть. Слушайте, а Шадаю глаза падали? Нет, что он украл? Мне казалось, глаза. Да, да. Он вот здесь украл. А где еще один глаз? Я не вижу. А, вот, вижу. На двух магазинах. Да. Ну, конечно, давайте сетку скелетов кидать. Ну, трех арчей убил. Ну, против Наги надо было, конечно, отстает, побольше гулей подсейвить и френзи сделать, мне кажется, они должны разорвать. Ну, подсейвить — это значит микрить. Вот это вот нельзя, ну, или просто не так агрессивно лезть. Не-не-не, это ты отдаешь по-любому. Там вообще крипджекается дерьмово, если дриады есть. Видишь? Войска вступили в бой. Сеточники ссаные. Блин, Димки 2. Две туфли. Димка помчался харасить. Все, пустило. Ну, тут, конечно, так неприятно, что, когда третий Димка приходит и начинает мешать крипиться. Да, ну, блин, банка выпала. Что за урод? Арчу Шадай. По дриаде тыкает. Ну, дриаду-то не убьет. Чё бы убил. Чё, Нага пошла? Пошёл. Ну, чё, накрывать бежит? Чё, да, френзи-то есть? Накрывать. Ну, в принципе, можно. Есть, да? Есть. А где медведи там? Не нужны. А, у него 85 леса. Видишь, тот виз больше решает. Я понял. Дриаду, дриаду. Вон ту дальнюю. Так она не телепортируется, а не телепортируется. Блин, успел. Ну, хоть виспа убей еще одного. Да. Ну все, эльфа теперь голды. Ну блин, банка тут подрешает. Да. Все, верма. Ну, может, верма, выходи, Шадай, ставь тут Слаттерхаус. Вот называется жертвенник. Не важно. Слаттерхаус у него уже есть. А, это табурет на зовут, да? Да, написано Слаттерхаус. Понял. Вступили в бой. Ну тут не надо драться. Вообще надо ману купить, вообще сейчас не надо драться. Триад многовато. Надо ставить Слаттерхаус. Он хочет драться. Блин, вот не знаю зачем. Ну, вот что попал. Мешает заказать жертвенник? Он стоит там 75 голды. Ну не хватает микро. А все, забей на эту точку. Беги быстрее лагерь крипить или этот. Рудник. Может быть эльф будет ее крипить. Магазин. Хотя нету смысла. Эльф АФК. Можно в Нагу тыкнуть. Хотя нет, став есть. Вот этот глаз, блин. То есть Шадай его тоже видит, но если он начнет крипиться, он уже все. Книжку не заметил, это хорошо. Они друг друга оба видят. Просветил, лол, но мимо, не попал в глаз, видели? Эльф лаборатории просветил Шейду. Типа. Нет, иллюзия не Финда. Даунские танцы. Напишите в чат, типа, ты крепишь эту, я креплю эту. Нормальные пацаны всегда так делают.
Иллюзии не в группе, лол. Ну хотя бы манадерн сожрал. Да, развел на 1/6 маны Димки. Еще 5 манобернов и не будет маны на 7 манобернов. Да нет, отрегенится. Че Шадай делает? У эльфа-то телепорта нет. Шатник ставит. А тут это Бонярд. Ну, книжка. Сейчас это. О, все, сейчас ставит Димку и гол в нагу. Давай, Шадай, нагу. Ну в нагу. Вот. Сновато. А чё маны-то нет? Как он в нагу? Или пофиг? Все и так вышел. Ну ч, зря Шадай там дерется вообще, к чему это? Да, да, зря, очень зря. Ну все. Лос. Не, ну как-то выжило все прекрасно. Да блин. Ну все равно большая часть выжила говно. Да, ну. Теперь все, отдал инициативу. Заберет точки нижний эльф, к сожалению. А Вирм сосет. Войска вступили в поздний. Против наги. Вот обом вот лучше, чем Вирм сейчас в данной ситуации. Но сейчас уже без маны невозможно. Лучше иди забери лагерь просто. Отдай ему эти точки. Он понимает, что эльф без ТП. Не, нормально, это жесть, нормально, бред-то не осталось. Как это не осталось? Одна осталась, сейчас вон еще идет, а потом еще придет. Нет, прям сейчас крип Джека. Там уже петушок есть. А че эльф что-то тупит, лол? Засал. Ну конечно, блин! Палка посасывал. Конечно. Да норм девайс что-то. Димки быстрее мана кончится. Не самый худший. Эльф опять просветил свою базу. Шадай изи контрит. Просто гулей скаутит на Шиду. Но если б не отдача от Шадая, он бы скопил уже там 1500 и нормально вышел бы. Да. Продал палку. Инвулов набрал. У Наги 2 инвула, у ДХ. Все распределил. ДК 0. Блин, неприятная встреча. Гуля отдается. У них тут кладбище. Наги выключена. У них братская могила на этой точке. А это что, нормально он хочет сейчас крипиться тут рядом с эльфом? Так тут эльфу неудобно крипджокать. Конечно, нет. Три болта Димка получил. Блин, новую не успел дать. Ничего, мана появилась, сейчас более мощную нову даст. Блин, у Наги эти брейсеры. Блин, Шадай, вот, дал, это, да, вот это уже было неприятно. Да. Вони нет. Ну как без Вони можно играть? Так. Опять ТП. Лич, ну, что за... Не. Нет, нет, лич! Да твою, блядь, налево. Не, нельзя так играть. С эльфами. Херню делал, короче. Очень хотел нагу убить. Придется тебе... Ну а Койл тогда почему не кинул в нагу? Один воркер. Не знаю. Он ну, два инвула кинул Койл. Да вообще ничего не убил. Одного медведя, одну дриаду. Максимум. Ну все, теперь сидит. А, ну, Штерель заказал Экс. А так бы не заказал. Вон еще точка осталась для ШД. Да пока Штерель Экс не заказал, не дерись, сиди, копись. Ну да. Ну видишь, на этапе крипинга можно проиграть игру эльфу. Потому что эльфу не нужны инвулы. Он просто стафает и все. Ну не лезешь особо. Особенно если хороший итем выпал до хату, это вообще жесть. Не знаю. Мне не нравится очередность героя. То есть, если уж ты лича берешь, вторым то бери третьим тинкера. Мне нравится вообще идея такого пуша в 50. Мне кажется, надо сразу в верма выходить. О, он, смотрите, экспан побежал. Вот это, кстати, хорошо. Чем? Гулиты сдохнут, конечно, все. Хорошо. Эльф опять 60, не попал. А, нет, это не эльф вышел, блин, не жалко. Отменит. Отменит, отменит. Гулик, вы куда? На город напали. Лол! Гулями бы сломал, мне кажется. Он так решил отдать.
Все это вообще жесть. Многоходовочка. Шейда стоит, он просто он не видел даже где эльф. Ну сейчас эльф идеально выйдет из лимита, он сидит до последнего. Насос, короче. Мне кажется, тинкером и гаргами лучше можно с этим эльфом отыграть. Ну ты скажешь тоже. Чё? Ну при чем здесь Шедай, блядь, и тинкер с гаргами? Да видишь, даже агент не хочет. Кого-то. А у Ульфата ТП все еще нет, он в 50. Надо навязывать, навязывать. Ну все, с Вирмом-то уже можно навязывать. Что угодно можно навязывать. Потому что Вирм постоял на базе немножко. У него точка выхода не надо. Не надо... Эльф что-то хочет все-таки за экспанс сражаться. Ну, можно здесь выиграть? Тут тяжело. Но ну, понятно, что можно. Не, а прикол в том, что эльф хочет за экспанс сражаться, но он в полтосе. Он не успел выйти. Би-би-би-би-би. Ну эти стафы это просто... Оба стафа отдал. А так чё? А чё у них КД 15 доли секунды? Не, ну то, что медведя нормально, но экспант важнее. Блин, такой КД маленький у стафа. У Кумовских раза в два дольше. Ну не в два, по-моему, там. Что-то типа 60 секунд и 100 секунд. Я надеюсь, сетка-то есть. За всю игру. Такой он большой. Кто? Блин, табурет, ну сзади-то. Есть. Ну и толку от этих двух дипасов ноль. Это чё вирвы над лесом, это норма? Да, рядом лес пока. Вообще, я на самом деле думаю, гипосов невыгодно фокусить. Слишком они дешевые. То есть ты в сетку поймал, да, и делись. О, бей дриад. Да, дриад убить, от них тут главный ДПС по верму идет. Будет проще. Ну, верм сейчас сдохнет такими темпами. Маны жаль нет, в банке маны нет. Там проблема в том, что лич сдох. Да все, мана закончилась. ДК рану нажал. Инвул-то чего Нага не передал? А, самой понадобится сейчас. Ну ладно. Уже ну Ильфа на десятку меньше было, но он все равно потащил. Потому что Димка он... Если эльф моноберный прописывает в ДК, то все. Невозможно. Как нам не выиграть клонлар с такими посольствами? Сейчас скажешь, что пинг-хилл. Не, мне кажется, не надо играть ну, совсем вот прямолинейно, стандартно с Гунтером. Блять, вот оба отличились. Один про фработ написал, другой про гарок с двух аратов. Что дают только сейчас это и надо, такую эту хуйню читать. А может быть именно этого не хватает. У тебя ты последний, Алекс, это часа через два, наверное, да? Мне даже меньше уже может. А чё, нет ничего лучше ЛР? Ну, не знаю, Шадай любит ЛР. Ну, в принципе, ну я бы ДИ, может быть. Ну, хотя нет, нет, здесь всё дерьмо. СВ это вообще не карта. АИ? Ну, АИ, ну, это средняя, да. Ну, видишь, они для гарк хороши. Гарк Шадай. Все, успокойся, агент. Кого пока рандом стоит у Хантера? Видишь, Шадай написал, что спингой надо. Это значит, он им приказывает, они не слушаются. О, началось. Ну у него на этого нормально было, сейчас стало что-то. Ну видно по пинге. Торренты. Как он их чувствует-то? Ну он же говорит, красу или цвет меняет. Ну смотри, у него 300 пинг. Я вижу. Это говорит, что не понимает. Пифуанцы. А ты-то что ливнул? Я
Я думал, другой босс чанится. Юнтер написал рестарт комп. Так я подумал, что это другой босс. Я не читал, значит. Ты просто видел, что Юнтер вышел, даже вышел. На Гиркапе уже не на что смотреть. Гераса, Алис, Люцифер. А где сетка? Сетку я, сетки Гиракапов и всех турниров я смотрю у Хэппи в чате. Я Майкера в чате открыл. Хэппи 1-1 фокус. Другому невозможно. Лавлиет катнул чека. Люцифер 1-1 ремайнд. Хоги отлетел ремайнду 0-2. Все, корейцы. Блин, такие хумы пришли, все улетели сразу. Что за дичь? Просто. Ну, топ-4 предсказуемый до нельзя. Я надеялся, что сейчас ремонт выбьют. Раньше. Но у него сетка по эльфа прошелся. Реально, 3 эльфа, лол. Ну, не очень ничего удивительного. Самые сильные расы в топе. Видите, за нас копнуть, что ли, хочет, спрашивает, во сколько мне играть. А, ну еще на посос агента и воркера мотивирующий можно будет посмотреть перед игрой с Эйнтрайм. Я успею напиться. Может и не успею, там довольно быстро все закончится. Может сейчас лучше сходить. Ну что, верю в агента. Воркер после Геракапа опустошенный борется с агентом. А второй кто? Группа поддержки. Не знаю, какой-нибудь этот Фален или с кем они там занимались. Ну, шел поддержать. Интересно, это бордюр или поребрик? Видишь, все побелено, очевидный поребрик. Рейнир самый лояльный, скобочка, ставитель в конфе. На любую херню может поставить рандомно. Звук, как будто педигри жрёшь. Возмутимо. Ну а чё, если нет игры?
пойду перекурю. Что ты пойду перекурю? Юнтер, все. Техлуз. Говорю, ты что не ливаешь вон? Кто? Я потянул. Нравится. Looks like. Look likes. Они сейчас согласятся, чем там будем гул. Господи, агент. Да не. Можно по-честному одну игру-то переждать. Ну что, давайте скажем, мы готовы подождать. Спросим у Шадая. Ну, Шадая спросить. Что, сейчас я второй, что ли? Да. Ты говоришь, что такой смелый. Ну ничего себе, я не готов. Ну, видишь. Я тут ем. Ну ладно. Ну и чё? Я не придумал играть еще. Фейл, правда, на Амазоне. Но на Амазоне это я придумал. Тарь, берешь коня. Да. Шкритливаешь. Ладно. Но агент-то преимущество поди будет на Атлиму. Хуже в коня будут тыкать. Что может успеть Шадай? Занял самый бобый цвет, чтобы его потестить. Все. Мазываться. Ну, рандомчиком решил, он так побольше шансов. Фикс-антенна. Фикс-антенна. Старкрой у тебя. Лол! Вот урод, а!
У него теперь нормальный. Реально он... Фработ лучше всех. Блин, а что это за... Это какой-то... Это неправильно показывает. Не может быть у меня 47 вообще нигде, кроме... Говорят, Октау-1. Говорят. У меня 45. Да. Просто бред. Да, агент, ну как, какой? Все, сам воркер согласен. Вы что-то задолбали, такие манерные. Вы вообще победить хотели? Да. Господи. Ладно, сейчас подойду. Да, я тоже за кофе схожу. Войска вступили в бой. Войска вступили в бой. Че, мы еще не потащили? О, мы тут грунта убиваем. Вступили в бой. Блин, грунт отдастся. Я убил, хорош. Что тут у нас? Идеальное начало у нас. Все идет по плану. Ну блин, у Буйда уже когти. Идеально, а не разум. Че, МФЛ Тайвераш, видимо. Третий набивает. Да, войска вступили в бой. Одобряю. Ну, не тинкер, конечно, но этой карте трудно тинкер два барака. Это симба. Ага, а с одной арчой крипить всю карту это не имба. А чё не стал? А, ну, уже минты кончились. Эльфы, жалующиеся на имбу.
На чем он передаст? Рапчет. Четко, да, у него леса 0 теперь. Блин, у него 102 топочки. Нет, я к тому, что я вернул минов через базу, это тупо, да. Тут форма кончается как раз лесу. То, что Блейд не побежал итем забирать, странно. Короче, надо бежать уже к воркеру и тут ментами третий набить. Ну, может так. Ну, в принципе, он успевает от здания. Не, просто очень поздно, нельзя так поздно с МФЛом застраивать, с таким поздним дублом. Войска вступили в бой. Теперь уже, воркер видишь, он еще ману на Элема потратил, у него сейчас один будет, а не два. Да, вот не совсем ясно зачем. Господи, аналитика. Башню ставит, смотри. Чувствует МФЛа. Ну, кстати, агент увидит это и может пойти в макро. Значит, отменит башню. Не, макро все равно посос. Я понимаю, да. Ну, кстати, бестиарий негде ставить. Угу. Сейчас надо еще развести на, я не знаю, катапульту, и тогда уже может можно... Нет, не надо заходить Элемом, лучше бы вышел. Главное, конем не зашел. Побегать здесь, да, Элемом, слива просто Лема сверху. На ровном месте. Блейд почти третий, блин. Все, минус конь будет. Лучше, да, побегал, подождал. Пошел блудмага, решил. Ну правильно тут застраивать. Но блудмаг тоже так себе. МКУ, наверное, надо в такой ситуации все-таки. А будет третий. Что он не стал больше башню ставить? ВТФ. Леса нет. Вот сейчас только есть. А чё ты вздыхаешь? Вообще-то этот игрок тебя выиграл, так что. Ты кто такой? Булки расслабь. Ина. Ну господи, топ аналитик. Конь, ты чё хоть вообще? Он же в сапоге. Куда конь побежал? Харасить. А, я понял. Умирать. Блин, ну Хекс Блейд это просто минус ТП. В лучшем случае. Не, а зачем вообще было бежать, лол? Ну хотел чекнуть, что там на мейне. Нормально. А типа он не знал, что из ху возьмет. Знаешь, ему делать как бы нечего было. Ну, надо было идти крипить. Можно стоять на базе и не сливать ТП. Не знаю, обычно да, просто он хотел на мейн набежать, потому что он дуров с этой шальной. Господи. Ты агент, ты куда, на эксп, что ли? Нет. Не балуй. Невозможно. Ну даже не то, что макро. Конь. Гейм любой. А, просвет. Войска вступили в бой. Торкер, походу, не догадывается, что там астрал. Что-то будет дом на расстоянии держится. Эхо, не знаю. Должно быть. Войска вступили в бой. Блин, варды выпали. Просветки нет. Как а, успевает, да? Ну, девайс заберет. Лол, ну. Банка маны. Ну, Блейд это просто не покрипится, ничего. Пошел в коня. Крип! А че он банишь-то? Надо было коня, наверное. Ну не успел. А не Блейда. Но он просто... Даль-даль, конь-то дальше был. Блейда кинул. Конь-то дальше был. Я понимаю. Агент, ну пойми, с любым марком на скил. Сок ничего не смог сделать. Может еще прикажешь аниме не смотреть, штангу не поднимать. Против штанги-то я ничего не имею. Ну, у тебя тоже свои минусы есть.
что он все-таки бугуртнет и поставит два барака. Не, вайнить на имбу есть только у... А, нет, лол. Первую карту выиграл. Да, все, лузера упал. Ну, там изи эльф. И... Так. Собрались. Нам тут магов будет пососново играть. Ну, это лучше, чем коня. Чё-то Шадай переоценил агента, уйдя на 40 минут. Ну, этот же согласился, блин. Сфер тоже вылетел. Ты зашел? Да, да, все. Да. Все, я испугал варкера. Блин, а вдруг реально катнет. Башни в лесу. Ты ему Витя все слил давно. Ну, по крайней мере, он написал, что знает про них. Лучше бы не писал. Конечно. Ну, все равно попадется. Уже не тинкер. Ну, это как бы то, что он знает, еще ни о чем не говорит. Экспо в лесу я, кстати, тут ставил одно время. Да. Ну ты видишь, он даже не чекнет башню. Ну, после того, как блудмагу видит, не чекнет. Ну, зачем чекнет? А зря. Они тут же золотую линию простреливают, что ты смеешься. И хрен выбьешь, если их еще фермой застроить. Подходишь блейдом, начинаешь бить. Все, выбил. Ферму, долго, башню, все. Долго. Все выбил. Там же еще. Ну, если, блин, начать бить не, тот, не тогда, когда башню уже. Там же еще можно оставлять пробел под раба, ставить ферму, и он будет стоять за фермой и чинить. Когда кстати, готово. А есть некая елка, нет. Вот это вот топ. Ну это если ну, они. Ну как, на ФФА застраиваемся. Mm-hmm. Господи. Тебя ж хумом подали. Да. И там я хуман. Так и быть, не буду против трая эльфов пикать, а то не оцените. Да пикай кого хочешь, ты можешь удивить меня. Уже ничем. Блин, вот воркера бы 2-0 катнул, удивил бы. Но мы разошлись. Войска вступили так, в море корабли. Чё? Ну, кстати, насчет расы в первой карте тоже есть некоторые сомнения у меня, потому что сейчас как... Да. Да. В плей-офф можно что угодно делать, сколько видишь, ПП ловить. Можно наумайнерить. Байтит меня, чтобы играл рандомом. Злодей. Войска вступили в бой. Уже неплохое начало. Ну не идеальное, мента слил на крит. Страта имико. Вообще-то страта хавка. На самом деле Булмага, кто только не играл первым с экспом. Имики. Блин, банкоманы, ну. Эти мог свиток зверя. Против бутмага, кстати, топ тем. Против всех. Топовый там. В любом случае можно исхи отдать. Да и просто на экспе нарезать за счет банки, да. Ну и это я и говорю. Считай, сейчас. Каждый виндволк это лишний раб.
Мне кажется, даже есть смысл вначале юзать ее. Ну, по ситуации смотреть. Если можешь рабов нарезать, можно. Тут нет вариантов, при котором невозможно. Ну, не нарежешь рабов. Просто моднейший билд у агента. 150 леса. Ну, глида тогда второго так крепить надо было. Вол просто на одного тролля больше убиваю, и все. Ух, блин. Чё там воркер делал? Крепится. Жаль, агент не видит. Можно Мурлока в астрал отправлять и бить глида. Отправлять. Что ходишь? А. Серьезно, зашло бы. Мог бы дать чуть-чуть отойти блудмагом, чекнуть хотя бы эту точку. Слоупок. Ну теперь... Бак или леса не было? Агент, соберись. Неужели бак? Не, не бак. Агент. Че это такое? Двумя рабами строить? Ты строил одним, потом добавил второго. Я решил, что бак. Они же, блин, отображаются простаивающими. Может, да, всё. Воркер, походу, пошел экспанд ставить на ТР-2. Ну, это хорошо, можно отметить. Сейчас на рассвете переучиваешься на поджигание второе и обудишь бурова. Они хорошо стоят очень. Да Ник, ты какой не, без маны? Я переучиваюсь всегда. Тут в смысле уже магазин будет. Переучивалка, то днем появится, это еще. Я понимаю, скоро. Да, но... Я не верю в это. Не-не-не, когда без юнитов он надо... Нет, в смысле... сам ничего толком не делает. Почему? Пара футов, блудмаг и сюда пару футов, норм. Эх. А чё, астрал уже не актуален будет? Это уже не актуален. Ну, агент, уходи, волк, ты ничего не сделаешь с четырьмя футами. Чё припёрся? Мана кончилась. А чё он хотел вообще тут добиться? Затягивает экспанд. Нет. Как нет? Сейчас банку маны прожмет и ты огребешь. Нет. Я ставлю на то, что блудмаг сдохнет сейчас. Войска вступили в бой. Блин, рисковый парень. Лолосиха! Вот это рисковый парень. Форкер жадничает с этой банкой. Ну, фартит на крит. Даже тролля, если спасет. Да, спас тролля. Хорошо. Ну это, конечно, воркер. Как можно отдать было эту диску? Просто. Топ-орк, чё? Теперь магазин бы. Да, магазин. Был бы магазин, уже можно было бы выдвинуть. А, смотри, воркер это сделал. Ну, конечно. Это четко. Ну, сейчас обязательно переучиваться. Теперь надо. Хрен отменишь. Булдмаг с трех поджиганий убивает эти бурова. То есть сейчас отрегенить ману и... Три поджигания, это фантастика. И дал. Че? Страхом. А, в банише получился? Ушел. Страхом. Ну что-то пуша ждет, но видно же было, что воркер экс поставить собирается агент. Сейчас булдмага... А, не начал крепиться, воркер. Он спалил. Все. Спел, диспел! Блять, а че нельзя было задиспелить баню? Он диспелил только. Ой, хекс. Он потратил ману, он диспелил только поздно. Ну видишь, что он еще с этим, с автокастом на... Ну все-таки минусовый был набег, он слил ТП. Не, это я понимаю, а зачем сейчас было сливать бага? Он же знает, что как это работает. Ты не можешь кидать баниш. Тем более у него уже Т2 готово, лол. Вообще тупо. Стоял. Ему сейчас пробьют. Да, и он еще и ничего не сделал. Идеальное начало, дальше агент. Ну агент, короче, в своем репертуаре. Да, пошел. Т3.
без игры по одному сценарию. Ну, хз, насчет-то ты. Ну все. Чтобы успеть поставить костеря, ну, мне ДПС пойти, но... пушить. Да? Там ты бегут на это лоб. Полезный, да. Оп! Я в домике. Я тащили в домике. Оп, в домике. Жесть, просто жесть. Ну, тут под эмпатией ничего. Делалось, но, в принципе. Конечно. Да, не Юмико, мягко говоря. Нет, тут вообще лезть в карпу, только переучиваться и бегать, тянуть время. Просто видишь, шорк-то без ТП, так что если ты к ним приперся на мейн, он пока там вернется, будет он. Мы выживали как могли. Так, ну и чё там, Шадай готов? Нет? Ну, Воргер посасывает всю игру только за счет раз и тащит. Да бред какой-то на эхо делал. После того, как Экс поставил. А зачем ты пошел к Воргеру? Чё там ловить? Ты исху отжал. Я пошел в магазин крипить. Нет, нет, первый раз зачем пошел? Так в плюс же пошел. Ну, это потому что Воргер исху отдал, он не должен был его отдавать. Пошел отдавать ТП ни на что. Напиши, что там Шадай Аск for 40 минут. Но агент уложился быстрее. Чем я могу с Траем начать? Верно. Ладно, агент, расстраивайся. Сок тоже 0-2 отлетел. Да сок еще хуже меня, да, отлетел. Конечно. А, да? Возможно. Возможно. Но он не отжимал ни СХУ, ничего такого. А, ну ясно. У меня идеальное начало. Первый-то гранд отжал. Хорошо сыграл, короче. Да. Точнее, не хорошо, а успешно. Все, успешно. Да. Да, господин. Хорошо. Я готов. Понеслась.
Я готов. Хорошо. Я готов. Чего? Опять работа? Да, господин. Я готов. Да. Хорошо. Жду приказаний. Не хватает золота. Я готов. Да, ваш броди. Что прикажете? Как скажете. Так точно. Жду приказать. Не хватает золота. Я готов. Что прикажете? Да, ваш броди. Да, ваше сиятельство. Будет исполнено. Да, ваш броди. Готов. Да, господин. Хорошо. Чего? Что прикажете? Да, ваше сиятельство. Готово. Так точно. Жду. Есть. Будет, скажете. Звери повинуются мне. Да, ваше сиятельство. Так точно. Ура! К оружию! Говорите. Как скажете. Бой. Да, ваш броди. Что нас ждет? На нас напали. Как скажете. Клык. Да. Опять работа. Готово. Звери не лгут. Да, ваш броди. Что нас ждет? Звери не лгут. Я читаю следы. Взять. Бой. Конечно. Естественно. Говори, друг. Я читаю следы. Пора на охоту. И верно. Учуял. Конечно. Ну, я пошел. Как скажешь. Звери не лгут. Чего? Я читаю следы. Что нас ждет? Да. Пора да, на охоту. Я готов. Звери да, не лгут. Опять работа. Я всегда один. Да, ваш броди. Что нас ждет? Хорошо. Говори, друг. Есть. Конечно. Да, ваш сядь. Учую. Да, господи. Вам меня не жалко? Пора убивать. Пора на охоту. Постройте первый. Да, ваш броди. Рота, подъем! Звери не лгут. Конечно. И верно. Говори, друг. Пора на охоту. Пора убивать. Хорошо. Звери не лгут. Да, постройка завершена. Да, пора на охоту. Как скажете. Да, господин. Я читаю следы. Исследование хорошо. Завершено. Звери не лгут. Я читаю следы. Как скажете. Так точно. Я готов. Чего? Что нас ждет? Коготь и клык. Не хватает да, золота. Да, вроде. Говори, друг. Взять их. Да, ваше сиятельство. Что прикажете? Пора на охоту. Скажете? Да.
здесь нельзя оставаться. Звери не лгут. Да, ваш сеть. Говори. Да, ваш броди. Будет исполнено. Я читаю следы. Постройте ферму. Чего? Ну? Да, ваш сеть. Ура! Звери не лгут. Живой, да, ваш броди. Опять постройте ферму. Ротоподъем. Говори, друг. Да. Не хватает золота. Я читаю следы. Я здесь. Что нас ждет? Да, говори. Коготь и клык. Я всегда один. Так точно. Что прикажете? Я читаю следы. Да, господин. Пора на охоту. Постройте ферму. Естественно. Надо и верно. Да. Звери не лгут. Говори, друг. Учуял. Опять работает? Как скажете. Пора на охоту. Да, ваш броди. Что нас ждет? Как скажете. Я читаю следы. Что нас ждет? Я всегда один. Что прикажете? Звери не лгут. На нас напали. Ротоподъем. Пора убивать. Говори, друг. Да, господин. Звери не лгут. Что нас ждет? Как скажете. Я читаю Чего? Следы. Ну, я пошел. Что нас ждет? Говори, друг. Да, господин. Опять работа. Что нас ждет? Да, ваш брат. Говори, друг. Пора на охоту. Что прикажете? На нас напали. Что нас ждет? Что надо? Да, ваш брат. Да, господин. Опять работа. Говори, друг. Звери не лгут. И верно. Да, ваше сельство. Что нас ждет? Да, ваш броди. Я читаю на следы. Нас напали. Я да, всегда господин. Один. Чего? Да. Угу. Говори, друг. Естественно. Я готов. Как скажете. Я здесь. Что нас ждет? Да, ваш броди. Что надо? Говори, друг. Как скажете, да, ваш броди. Что нас ждет? Да, ваше сельство. Чего? Ну, я пошел. Говори, друг. Что прикажете? Пора на охоту. В бой. Жду приказаний. Как скажете. Говори, друг. Что прикажете? Я читаю следы. Что нас ждет? Пора на охоту. И верно. Коготь и клык. Звери не лгут. Естественно. Что нас ждет? Я читаю следы. Опять работа? Звери не лгут. Я на читаю следы. Постройте ферму. Да, господи. Здесь нельзя строить. Звери не лгут. Конечно. Что нас ждет? Да, ваш броди. Естественно. Как скажете. Взять их. Да, ваш сельство. Я читаю следы. На нас напали. Звери не лгут. Я читаю следы. Да, ваш сельство. Говори, друг. Конечно. В бой. Как скажете. Что прикажете? Пора на охоту. Да, ваш броди. Так точно. Ротоподъем. Звери не лгут. Я Что нас ждет? Что прикажете? Я читаю Чего? Следы. Хорошо. Опять работа. Пора на охоту. С чем могу помочь? Кого? Что Постройка завершена. Пора на охоту. Нравится. Я читаю следы. Здравствуйте. Не хватает. Пора на охоту. С чем могу помочь? Звери не лгут. Да, ваш броди. Так точно. Я читаю Кого? Следы. На нас напали. Учуял. Я здесь. Что нас ждет? Что прикажете? Пора на охоту. Не хватает маны. И верно. Учуял. Что прикажете? Я читаю Чего следы. Надо? Как скажете? Говори, друг. И верно. Учуял. Я здесь. Да, ваш вроде. Я читаю следы. Говори, друг. Делаю. Пора на охоту. Есть. Да, ваш вроде. Ротоподъем. Да. Что нас ждет? Пора убивать! Говори, золота. Друг. Коготь и клык. Чего? Да, господин. Пора на охоту. Что нас ждет? Опять работа. Пора на охоту. Звери не лгут. Пора на охоту. Чего? Звери не лгут. Чего надо? Я читаю следы. И верно. Я готов. Естественно. Как скажете. Что нас ждет? Конечно. Да, ваше сельство. Звери не лгут.
Пора на охоту. Я здесь. Что нас ждет? Чего? Да, господин. Опять да. Работа. Говори, друг. В бой. Что прикажете? Чего? Хорошо. Да, ваш броди. Я читаю следы. Как скажете? Пора на охоту. Звери не лгут. Кому? Я читаю да, следы. Иди, мой пора на охоту. Я читаю следы. Он ждет. И верно. Говори, друг. Кому? Пора на охоту. Взять их. Учуял. Постройка завершена. Опять пора на охоту. И верно. Бога не клыш. Я здесь. Не хватает. Говори, друг. Что нас ждет? Конечно. Я читаю следы. Да, ваш броди. Учуял. Конечно. Что прикажешь? Да, ваш дядь. Пора на охоту. Говори, друг. Корую. Пора на охоту. Бой. Кому? Пора на охоту. Учуял. Звери не лгут. Говори, друг. Да. Звери не лгут. Я здесь. Что нас ждет? Пора на охоту. Исследование завершено. Звери не лгут. Я читаю следы. Бабочки клыша. Что нас ждет? Кому? Я читаю следы. Кому? Что нас ждет? Сядь. Звери не лгут. Я читаю следы. Я здесь. Видишь, мой наш герой. Да, господи. Звери повинуются мне. Да, ваш сядь. На нас напали. Готов. Звери не лгут. Что прикажете? Я читаю следы. Не хватает золота. Да, ваш броди. Мне подвластна магия. Что нас ждет? Хорошая мысль. Смотри, звери и учись. Не лгут. Что прикажете? Я читаю следы. На нас напали. Естественно. Да, ваш сядьство. Есть. Что нас ждет? И верно. Постройка завершена. Естественно. Быстрее. Да, ваш броди. Пора на охоту. И верно. Криво. Что нас ждет? Что прикажете? Звери не лгут. Учуял. Пора на охоту. Ну, что там? Неплохо. Говори, друг. И верно. Я всегда один. Опять работа. Угу. Пора на охоту. Да, ваш броди. Я читаю следы. Да, ваше сядьство. Время не ждет. Пора на охоту. Магия будет моей. Звери не лгут. Есть. Ну, что там? Кому? Да. Хорошо. Чего? Я читаю следы. Магия будет моей. Звери не лгут. Что нас ждет? Ну, что там? Говори. Да. Чего? Опять работа? Пора на охоту. Быстрее. Я читаю следы. Учуял. Естественно. В бой. А он тут запер. Учуял. Что там? Звери не лгут. Я читаю следы. Что нас ждет? На нас напали. Быстрее. Легко. Я читаю следы. Я всегда один. Ну, что там? Смотри, что нас ждет? Да, ваш броди. Магия будет моей.
Ротоподъем! Говори, друг. Ну, что там? Зверь. Исследование завершено. Постройте ферму. Да, господин. Здесь нельзя остановиться. Что нас ждет? Естественно. Время не ждет. Звери не лгут. Я читаю стрее. Что нас ждет? Исследование завершено. Магия будет говори, моей. Друг. Я всегда один. Я читаю следы. Время не ждет. Да, господин. На нас напали. Чего? Что нас ждет? Говори, друг. Звери не лгут. Быстрее. Легко. Говори, друг. Хорошая мысль. Я читаю следы. Магия будет моей. Что нас ждет? Быстрее. Ну, что там? Всего-то? Говори, друг. Быстрее. Я читаю следы. Конечно. Ну, что там? Что нас ждет? Время не ждет. Говори, друг. Звери не лгут. Что нас ждет? Я читаю следы. Быстрее. Легко. Пора на охоту. Что нас ждет? Естественно. Опять нас напали. Магия будет моей. Ждем приказания. Ну, что там? Наконец-то. Что прикажете? Магия будет моей. Я читаю следы. Да, ваш бродяга. Что нас ждет? Выполню любой приказ. На нас напали. Я читаю следы. Жоркий глаз. Что нас ждет? Пора на охоту. Говори, друг. Положись на меня. Быстрее. Я читаю следы. Как скажете. Говори, друг. Ну, что там? Я читаю да, следы. Так, говори. Друг. Время не ждет. Хорошие звери не лгут. Пора на охоту. Я читаю ну, следы. Исследование завершено. Да, господин. Пора на охоту. Зор, звери не лгут. Быстрее. На нас напали. Пора на охоту. Я всегда один. Конечно. Я читаю следы. Пора на охоту. Учуял. Звери не лгут. Ой, неплохая идея. Быстрее. Звери не лгут. И верно. Время не ждет. Я читаю следы. Конечно. Естественно. На нас напали. Зверь. Магия будет моей. Пора на охоту. Ждем приказания. Неверно. Ну, что там? Магия будет моей. Жоркий глаз. Наконец-то. Говори, друг. Конечно. Да. Время не ждет. Наш город осаждают. Я читаю следы. Ну, что там? Смотри и учись. Магия что нас ждет? Мне. Естественно. Опять работа. На нас напали. Я читаю следы. Звери не лгут. И верно. Естественно. Время не ждет. Что нас ждет? Магия будет моей. Время не ждет. Быстрее. Наконец-то. Магия принадлежит мне. Пора на охоту. Да? Чего? Ну, я пошел. Ну, что там? Закель-Талас! Ваша положись светлость на меня. Что нас ждет? Я быстрее. Один. Время не ждет. Наконец-то. Я читаю следы. Конечно. Ну, что там? Да, летели. Быстрее. Звери не лгут. Магия будет моей. Положись на меня. На нас напали. Говори, друг. Пора на охоту. Выполню любой быстрее приказ. Я читаю следы. Магия будет моей. Хорошая мысль. Звери не лгут. Что нас ждет? Быстрее. Говори, на нас друг напали. И время не ждет. Закель-Талас! Магия будет моей. Смотри и учись. Думаешь? Зоркий ну, глаз. Что там? Наконец-то. Магия принадлежит мне. Не подведу. Я читаю следы. На нас напали. Что нас ждет? Учуял. Выполню любой приказ. Говори, друг. Опять работа. Хорошо. Зоркий глаз. Звери не лгут. Без я читаю следы.
Пора на охоту. Да. Не подведу. Я читаю следы. Конечно. Зоркий глаз. Смерть. Пора на охоту. Быстрее. Я читаю следы. Магия будет моей. Пора на охоту. Что нас ждет? Наш город осаждают враги. И верно. Пора на охоту. Готово. Что нас ждет? Пора на охоту. Да. Да, да, да. Звери не лгут. Золотой рудник скоро иссякнет. Наш город осаждают враги. Полетели! Да, она видел, короче. Выбора на охоту! О чем вы просите меня? Время не ждем. Мое сердце жжет. Звери не лгут. Естественно. Я читаю... Положись следы. На меня! На нас напали. Звери не лгут. Что нас ждет? Я всегда Зоркий один. Глаз. Неверно. Думаешь? Я читаю следы. Внемлю вашим словам. Да. Звери не лгут. Быстрее. Всего-то. Я читаю следы. Выполню любой приказ. Опять работа. Ждем приказаний. Говори, думаешь? Ваша честь. Я читаю следы. Мне неведом страх. А чё? Звери не лгут. Да. Хорошо. Кто нас ждет? Мне неведом Говори, страх. Друг. На нас напали. На охоту. Что нас ждет? Да, да, опять работа. Хорошо. Да, господи. Звери не лгут. Мое сердце жаждет битвы. Что нас ждет? Учуял. И верно. Говори. Положись на меня. Я всегда один. Чем вы просите меня? Звери не лгут. Приказывай. Внемлю вашим словам. Я читаю следы. Мне неведом страх. Что нас ждет? Бой! Внемлю вашим словам. Ну, что там? Звери не лгут. На нас напали. Ваша светлость. Пора на охоту. Опять наш работа. Герой погиб. Да. Думаешь? Что нас ждет? Время не ждет. Выполню любой приказ. Говори, друг. На нас напали. Конечно. Думаешь? Пора на охоту. Я читаю следы. Что Быстрее. Нас ждет? Да. Да, господин. Опять Хорошо. Я читаю следы. Зоркий глаз. На нас напали. Что нас ждет? Я читаю следы. Естественно. Думаешь? Положись на меня. Да. Что нас ждет? Я читаю следы. Звери не лгут. Положись на меня. Золотой рудник на нас обрушился. Звери не лгут. Да. Отлично. Пора на охоту. Что нас ждет? И верно. Конечно. Чего? Чудило. Да, ну, господин. Я читаю следы. Думаешь? О чем вы просите? Зор, думаешь? Мне подвластно. Мне неведом страх. Да. О чем вы просите? Что меня? Нас ждет? Зоркий глаз. Мое сердце жаждет битвы. Звери не лгут. Да. Хорошо. На нас напали. Чего? Что нас ждет? О чем вы просите меня? За веру да. и народ. Говори, друг. Звери не лгут. Пора на охоту. Не хватает маны. И верно. Мое сердце жаждет битвы. Учуял. На нас напали. Звери не лгут. Думаешь, что нас ждет? Я читаю следы. Что нас ждет? Положись на меня. Пора на охоту. Говори, друг. Я всегда один. Выполню любой приказ. Пора на охоту. Естественно. И верно. Мое сердце жаждет битвы. Звери не лгут. Положись на меня. Пора на охоту. Выполню любой приказ. Звери не лгут. Смерть врагам. Зоркий глаз. Пора на охоту. Да. Учуял. Полетели.
Говори, друг. Магия будет но моей. Кто там? Я читаю следы. Положись на меня. Мое сердце жаждет битвы. Говори, друг. Пора на охоту. Нас напали. Говори, друг. Не приважны слова. Пора на охоту. Положись на меня. Говори, друг. Мое сердце жаждет битвы. Без проблем. Приказывай. Я читаю следы. Внемлю ваши слова. Выполню любой приказ. Пора на охоту. Думаешь? Внемлю ваши слова. Я читаю следы. Что нас ждет? Зачем вы просите меня? Внемлю ваши слова. Говори, друг. Естественно. Мне неведом страх. Я читаю следы. На нас напали. Я читаю следы. О чем вы просите меня? Чтобы убить это еще. Выполню любой приказ. Пора на охоту. Звери не лгут. Пора на охоту. Что мое нас ждет? Учуял. Да свершится правосудие. Пора на охоту. Ваша светлость. Зачем вы просите меня? На нас будет напали. Исполнено. Что за честь? Скажите, что нас ждет? Смерть неверным! Пора на охоту! И верно. Мне неверно. Внемли ваши слова. Звери не лгут. Что нас ждет? Мое сердце жаждет битвы. Звери не лгут. Говори. Да, мило. На нас напали. Пора на охоту. Мне неверно. Говори, друг. О чем вы что просите? Что нас ждет? Меня? Звери не лгут. Смотри и учись. Говори, мое друг. Сердце магия жаждет будет моей. Битвы. Легко. Быстрее. Смотри вот и учись. И что нас ждет? На нас я напали. Я читаю следы. Магия будет моей. Закельталас. Быстрее. Что нас ждет? Конечно. Пора на охоту. О чем вы просите меня? Звери не на лгут. Нас напали. Говори, друг. Естественно. Мне неведом страх. Я читаю следы. Мое сердце жаждет битвой. За веру генеров. Учуял. Внемлю вашим словам. На нас напали. Как прикажете. Будет исполнено. На охоту. Я что-то не звери не лгут. Он гораздо хуже, чем играл, но... Говори, друг. И верно. Пора на охоту. А не хватает золота. Сам виноват. Не хватает на золота. Нас напали. Звери не лгут. Не хватает золота. Говори, друг. Хватит, мне конечно, неведом страх. Я читаю следы. О чем вы просите? Что нас ждет? Я читаю следы. Что нас ждет? Мое сердце жаждет битвы. Я читаю следы. Жду приказаний. Пытаться разводить коня. А чем вы просите? Я читаю следы. Мне неведом звери страх. Не лгут. Время не ждет. Говори, друг. Я читаю следы. Мое сердце жаждет битвы. Говори, друг. Внемлю ваши слова. Золотой рудник скоро иссякнет. Мне неведом страх. Быстрее! Я читаю мое следы. Мое сердце жаждет битвы. Пора на охоту. Говори, о чем вы просите меня? Что нас ждет? Говори, друг. На естественно. Я читаю следы. Исследование завершено. Конечно. И верно. Пора на охоту. Мне неведом страх. Звери не лгут. Что нас ждет? Я читаю о следы. О чем вы просите меня? Внемлю ваши слова. Что нас ждет? Учую. На я читаю о чем вы следы. Просите меня? За веру и народ. Что нас ждет? Мое сердце жаждет битвы. Говори, друг. На нас напали. О чем вы просите? Будет исполнено. За веру и народ. Говори, друг. Мне неведом страх.
Будет исполнено. Почту за честь. Я жду приказаний. Естественно. Я тут как лев, конечно. Верю вашим словам. Это не поможет. Мое сердце жаждет битвы. Домило, звери не лгут. О чем вы просите? Что нас ждет? Ваша честь. Я всегда один. Мне неведом страх. Звери не лгут. Я читаю следы. Верю вашим словам. О чем вы просите? Звери не лгут. Внемлю я читаю словам. Следы. Мне неведом страх. Мое сердце жаждет битвы. Меня рудник сейчас закончится. Говори, друг. Проблема. И верно. Звери на не лгут. Наш город осаждает враги. Что нас ждет? О чем вы просите? Говори, друг. Магия будет пора моей. На охоту. Учуял. Мне неведом страх. Я всегда один. Я читаю следы. О чем вы просите меня? Коготь и клык. Ну, что там? Хорошая мысль. Звери не лгут. Сядь, магия будет моей. На охоту. Что нас ждет? О чем вы просите? Осаждают враги. Звери не лгут. Мне неведом страх. Что нас ждет? Конечно. И верно. Опять работа? Я читаю следы. Говори, друг. Конечно. Мне неведом страх. Быстрее. Легко. Что нас ждет? Пора на охоту. Время не ждет. Домило. Ну, что там? Неплохая идея. Я читаю следы. Мое сердце жаждет. Зверь. Время не ждет. Просто. Да, господин. Что нас ждет? Мне неведом страх. Коготь. Быстрее. Клык. Магия время будет не ждет. Моей. Хорошая мысль. Приказывайте. Ну, что там? Звери не лгут. Магия будет моей. Да, милорд. Пора на охоту. О чем вы что просите? Что нас ждет? Мое сердце жаждет пора битвы. Пора на охоту. Время не на ждет. Говори, друг. Ну, что там? Чего? Что нас ждет? Говори, друг. Быстрее. Время не ждет. Ваша светлость. Быстрее. Звери не лгут. Время не ждет. Пора на золотой охоту. Лгник обрушился. Да, господин. Приказывай. Звери не лгут. Я всегда один. Ваша честь, ваша светлость. Быстрее. Что нас ждет? Приказывайте. Говори, друг. Ваша честь. Что нас ждет? Конечно. На нас напали. Мне неведом страх. Да, милорд. Время не ждет. Пора на охоту. О чем вы просите? Ваша честь. Магия будет моей. Я читаю следы. Мое сердце жаждет битвы. Я всегда один. Ну, что там? Пора на охоту. На нас напали. Время не ждет. Магия принадлежит мне. Что нас ждет? Учуял. Ваша светлость. Быстрее. Всего-то. Говори, друг. Магия будет моей. Не хватает пора маны. На охоту. О чем не вы просите? Ну, маны. Что там? Я читаю следы. Взять их. Я всегда один. Конечно. Магия будет моей. Что нас ждет? Чего? Хорошо. Быстрее. Пора на охоту. Я читаю следы. Мне неведом страх. Что нас ждет? Ну, что там? На нас напали. Нака читаю следы. Наш город осаждают враги. Пора на охоту. Внемлю ваши слова. Я читаю следы. О чем вы просите меня? За веру и народ. Звери не лгут. Внемлю ваши слова. Хорошо. Почту за честь. На нас напали. Мне неведом. Я читаю следы. Наш да? город не лгут. Чего? Опять работа? Время не ждет. Пора на охоту. Да, господин. Мое сердце. Я читаю следы. Быстрее. За веру и на народ. На охоту. Время не ждет. Звери не лгут. Говори, друг. Ну, что там? Смотри и учись. Чего? Да, господин. Я читаю следы. О чем вы просите? Быстрее. Что нас ждет? Я читаю следы. Мое сердце жаждет битвы. Ну, что там? Пора о чем на охоту. Вы просите меня? Мне неведом страх. Я читаю следы. Мое сердце жаждет битвы. О чем вы просите меня? Мое сердце жаждет битвы. Наш город будет осаждают враги. Опять работа? Мне неведом страх. Чего? Опять работа? Что нас ждет? На нас напали. Я читаю следы. Внемлю вашим словам. Как приказ. Пора на охоту. Учуял. Мне неведом страх.
Будет исполнено. Я читаю следы. Нереально. Да, господин. Конечно. Опять работа. Говори, друг. Внемлю вашим словам. Что нас О ждет? О чем вы просите меня? Говори. Внемлю вашим словам. Что нас ждет? Город осаждают враги. Мне неведом страх. Говори, друг. На нас напали. О чем вы просите меня? Я читаю следы. Мне неведом страх. Чего? Хорошо. Ну, я пошел. Ну вот, меня убьют. Да, господин. Наш город осаждают враги. Я читаю следы. Коготь и клуб. Опять работа? Вам меня не жалко? Да, господин. Кто нас ждет? О чем вы просите меня? Будет исполнено. Я читаю следы. Я всегда один. И верно. На нас напали. Наш город осаждают враги. На охоту. Битвой. Мне не вет. Говори, друг. А че? Он отменил? Немлю ваши слова. Пора на охоту. Чего? На нас напали. Я читаю Мое следы. Мое сердце жаждет битвы. Почту за честь. Как прикажете. Наш город осаждают враги. Ну, отвлек меня звонок в начале. И все пошло там. Через одно место. Ладно, придется конем стандартно две тащить. Не, смол, не хватало лимит. Там надо было... Ну, короче, экс у меня очень поздний. Все. Плохо. Ну серьезно, манипулейшн отвлек, там начало дико решает, и я забежал бестом, слил ДП и все, потом не мог забежать уже просто к нему на мейн. Там, если чуть отпускаешь его, то все, уже не вытаскиваешь. Да, бист на эхо что-то вообще так себе. Хотя мне понравился, когда я первый раз юзал. Ну тут, видите, троя купить не получилось вначале. В общем, все криво. Все криво. Блин, еще и ДМ вычеркнул. Запускаем допинг. Зря, конечно, карту отдал, но я сразу не мог зайти. Ну, короче. Таску дико проседает, но разводить шестого коня это нереально сложно. Чуяла птица снег голубой. Чуяла птица дома чужие. Дома чужие. Замок.
я регулировал уже флеш, потому что когда люди в скайпе, он все остальное. Да не, Ген, тут начало слитое все решило. Ладно, даже на солнце бывают пятна. Даже Шадай отдал карту Гюнтеру. Чего? Опять работа? Чего? Да. Я готов. Не хватает золота. Да, господи. Опять работа? Да. Я готов. Да, господи. Да я знаю, Алекс, видишь, что-то попробовал, без там мне понравилось, видишь. Я готов. Готово. Ого, не хватает золота. Хорошо. Мне кажется, я его даже перемикрить могу. Не хватает золота. Смелое заявление. Ну, я пошел. Не хватает золота. 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 Да, господин. Да, ваш вроде. Чего? Опять работа. Не хватает золота. Не хватает золота. Я к вашему слуху. Не хватает золота. Что прикажете? Я готов. Да? Да, ваш вроде. Не хватает золота. Чего? Бой! Да будет. Да. Что прикажете? Ура! Что вам угодно? Имя магии. Будет исполнено. Да, ваш вроде. Нужна моя помощь? Опять работа. Превосходно. Чего? Не вложишься, да, ваше сельство? Будет исполнено. Да. Будет исполнено. Что прикажете? Согласен. На нас напали. Скажете? Во имя мать. Опять работа. Ферма поздновато заказана. Ну же, приказывайте. Я чего? Готов. Да, господин. Да. Да. Опять работа. Жду приказаний. Что вам угодно. Скажете? Есть. Ну же, приказывай. Да, господин. Да, ваш вроде. Что вам угодно. Опять работа. Да. Чего? Будет как исполнено. Скажете? Опять работа. Да, ваш вроде. Придется драться. Нужна моя помощь. На ваше сельство. Так точно. Ну же, приказывай. Превосходно. Не хватает золота. Да. Да, господин. На нас напали. Да, ваш вроде. Есть. Будет. Нужна чего? Моя помощь. Да, ваше сельство. Ну же, приказ. Да, ваш вроде. Построй моя помощь. Опять работа. Да. Я готов. Что прикажешь? Родоподъем. Есть. Нужна моя чего? Помощь. Опять работа. Хорошо. Что вам угодно. Как она потрачена, она на ну, приказ.
Не хватает золота. Да, ваш броди. На нас напали. Да? Как скажу. Ну же, приказывайте. Что вам угодно? Да, ваше сядьство. Ну же, приказывайте. Да, господин. Хорошо. Не хватает золота. Да? Что прикажете? Есть. Ну же, приказывайте. Да, нас напали. Что прикажете? Опять работа. Не хватает золота. Что вам угодно? Как скажете. Да, ваше сядьство. Что прикажете? Чего? Да. Ну, нужна моя помощь? Да, ваш вроде. Чего? Согласен. Хорошо. Да. Ясно, вы отбиваться. Как скажете. Я здесь. Ну же, приказывайте. Да. Что вам угодно? Родоподъем. Опять работа. Ну же, приказывайте. Да, ваш вроде. Нужна моя помощь? Да, ваш вроде. Как скажете. Что вам угодно. Опять работа. Ну же, приказывай. Да. Нужна моя помощь. Чего? Что вам угодно. Да, вообще. Опять работа. Как скажете. Да. Будет исполнен. Чего? Да. Да. Да, ваше сельство. Так точно. Чего? Есть. Так точно. Есть. Будет исполнен. Так точно. Родоподъем. Что вам угодно. Опять работа. Что прикажете? Да, ваше сядьство. Ну же, приказывай. Да, сила. Что не хватает золота. Пора убивать. Да, господин. Как скажете. Я здесь. Ну же, приказывай. Да, ваш вроде. Да. Что прикажете? Ну да, же, приказывайте. Да, да будет так. Пошел. Видишь, да. Мой топор? Сюда. Будет исполнено. Да, ваше сядьство. Что вам угодно? Видишь. Сходно. Я готов. Нужна моя помощь? Да будет так. Чего? Хорошо. Да. Ну же, приказывайте. Да, ваш вроде. Ну, что вам угодно. Здравствуйте. Во имя магии. Да, ваше сядьство. Нужна моя помощь? Что прикажете? К оружию! Будет исполнен. Ну, приказывайте. Как скажете. Не хватает дерева. Да? Да, ваш вроде. Нужна моя помощь? Согласен. Как будет исполнен? Да, господин. Да, ваш как скажете. Да. Опять работа. Не хватает золота. Нужна моя помощь? Да, ваш вроде. Превосходно. Как скажете. Согласен. Постройка завершена. Что вам угодно. Да, ваш вроде. Да, господин. Ну же, приказывайте. Да, ваше сядьство. Так точно. Что вам угодно? Экс пришел не ставить. Да, ваше сядьство. Правильно, да, наверное. Да будет видеть мой подбор. Как скажете. Ротоподъем! Нужна моя помощь? Да, ваше сядьство! Есть! Будет исполнен! Что вам угодно? Не спеши. Выбирай сумму. На нас напали! Как у вас? Как скажете? Я здесь! Да, ваш броди! Все надо! Как скажете? Да, ваш броди! Есть! Так точно! Будет исполнен! Постройка завершена! Атаку! Что прикажете? Да, ваш броди! Нужна моя помощь? Что прикажете? Ура! Так точно. Да. Как скажете? Как скажете? Да. Опять работа. Да. Да, ваш броди. Да. Ну же, приказывай. Я знаю тебя, ничего не боюсь. Как скажете? Да. На нас напали. Сядьство. Нужна моя помощь? Чего? Что прикажете? Что вам угодно? Да, ваш вроде. Что прикажете? Ну же, приказ. Как у вас? Будет исполнено. Будет исполнено. Малый кирья! Что вам угодно? Что прикажете? Так точно. Да. Да будет так. Да, ваш вроде. Чего? Хорошо. Скажете. Я ставлю капканы, читаю следы.
Что вам угодно? Превосходно. Есть. Что прикажете? Родоподъем! Стройка завершена. На нас нужна моя помощь? Да. Ну, я пошел. Да, ваш бродяга. Не хватает маски. Ну же, приказывайте. Опять работает. Что вам угодно? Да, ваш сядь. Да. Что прикажете? Вообще-то ни при чем. Да, да. Что вам угодно? Да, ваш вроде. Так точно. На нас напали. Нужна моя помощь. Я вас Опять работа. Постройка завершена. Да. Чего? Я здесь. Да. Наш герой погиб. Да, ваш броди. Да, опять работа. Нужна моя помощь. И да. Наш герой осадает враги. Что угодно. На нас напали. Да, да, у креста добил, но идеальный криппинг это не про меня. Ну да, да, Кент, я понимаю. Но видишь, мне понравился бист. Он реально неплохо себя показал в одной игре. Все так, вот Алёша бы его 2-0 катнул, но я нет. Я не Блин, на SLX мне поиграешь по-нормальному, окей, окей. Буду играть в Т2. Блин, Йена забанен на арене. Вон на стриме увидишь, что... Что там Шадай-то лучше, расскажите. Не, Алекс, я думаю, Экспо на Т2 надо будет ставить. То есть стандартный Т3 не люблю. Проигрывает Экспо на Т2. Много катнул, но уже не хочется, блин, точно не оценят. Я правда крипроута на СВ не знаю в мироре, лол. На фонтан что ли идти сразу после первой оранжевой?
Братан, но... Тут футиком полить его. Взял бы Питлорда, но я уже не тот. Да. Да, господин. Хорошо. Что было раньше? Готово. Думаю, быстренько. Да. Не, вот видишь, манипулейшн в финале Герокапа я бы взял Питлорда. Как раз таки, а тут просто командная игра. Опять работает. Зря что ли агент против. Постойте. Хорошо. Ого. Да, господин. Да. Опять работает. Не хватает. Не хватает золота. Я же не знаю, сколько тут. 5-6 фунтов. 5, наверное. Я готов. Что прикажете? Да. Да, господин. Готово. Чего? Хорошо. Да, господин. Опять работа. Я к вашему. Да, ваш бродя. Жду приказаний. Нужна моя помощь. Я готов. Не хватает золота. Да. Да, господин. Будет исполнено. Да, господин. Да, ваш сельство. Что прикажете? Нужна моя помощь? Опять работать? Да, ваш вроде, скажите. Да, ваше сельство. Скажите. К оружию! Да. Да, ваш вроде. Будет что угодно. Да, ваше сельство. Нужна моя помощь? Скажите. Ну же, приказывайте. Да, ваше сельство. Будет исполнено. Ту этому надо хп подсейвить как можно дольше. Да. Ну же, да, ваш броди. Будет исполнено. Что вам угодно? Да, ваше сельство. Да, на нас напали. Как скажете. Да на вас, наверное, пришел. Нужна моя помощь. Ну же, приказ. Да, ваш броди. Ротоподъем. Что прикажете? Вообще непонятно, куда подбросить. Что вам угодно. Да, ваше сельство. Нужна моя помощь. Ко мне. Что вам угодно? Что прикажете? Да, господин. Чего? Да. Да, ваш вроде. Постройка завершена. Да, господин. Да. Да, господин. Да. Будет исполнено. Чего? Ого. На нас напали. Что прикажете? Опять работа. Хорошо. Нужна моя помощь. Выбираем. Хорошо. Чего? Не хватает золота. Ну, я пока. Опять работа. Ну, приказ. Да, нужна
Нужна моя помощь? Да, ваш броди. Ну же, приказывайте. Динайл. Что прикажете? Нужна моя помощь? Да, ваш броди. Что приказывает? Ну же, приказывайте. Чего? Угу. Опять работа? Что вам угодно. Да. Как скажете. Ну же, приказывайте. Да, ваш дядь. Да. Что прикажете? Да. Как скажете. Ну же, приказывайте. Что прикажете? Ну, он фонтан этот забирать явно собирается. Грота подъем! Есть! Да. Да, ваше сельство! Опять работает! В принципе, могу успеть и свой закрепить, да, и его хэджепнуть. Ну же, приказывайте. Да, ваш броди. На персоналке, если вернусь, да будет. Вряд ли он дракона успеет, да, добить. Да, так точно. Да. Нужна да, моя помощь. Грота подъем! Опять работа! Что вам угодно? Что прикажешь? Да, ваше сельство! Да? Эй, дракон, алё, бей коня! Нужна моя помощь? Да, ничего не успею теперь. Да? Да, ваше сельство! Что прикажете? Так точно! Будет исполнено! Ну же, прикажете! Да, ваше сельство! Может, успею? Нужна моя помощь? Что прикажете? Что вам угодно? Ваше сельство! Ну же, приказывай. Блин, надо было не добивать дракона, не рисковать. Постройка завершена. Будет исполнено. Некуда класть. У меня девайса нет, ну ничего, я опыт тогда получил. Да, ваш дядь. Уже хорошо. Да. Чего? На нас ну, напали. Я пошел. Да. Персоналка да окупилась. Хорошо. Да строй. Опять работа. Да. Чего? Что вам угодно. Как скажешь. Что прикажете? Ну же, приказывайте. По имя мать! Да? На нас напали! Что прикажете? Ну же, приказывайте! Да, ваш брат! Ну же, приказывайте! Попробуйте отменить нужна этот, моя помощь? Если у него вдруг не влезли все да внутрь. Им флори седа! Да, ваше сельство! Ротоподъем! Что вам угодно! Ну же, приказывай. Да, ваш броди. Нужна моя помощь? Готово. Да будет. Готово. Как скажете. Чего? Да. Да, ну, нас напали. Что вам угодно? Мне тут уже МК надо валить. Превосходно. Да, ваш сельство. Ну же, приказывай. Да, ваш броди. Нужна моя помощь? Да. Нормально. Как скажете. Будет исполнен. Да, ваш сельство! Чего? На нас напали. Угу. Нужна моя помощь. Что прикажешь? Да, ваш сельство! Да. Чекнуть Т3. Увидеть Париж и умереть. А еще я отдался на башню. Вообще красавчик. Да. Опять работа. Да. Да будет так. Ага. Ну же, приказывайте. Будет исполнено. Чем я могу помочь? Чем бы заняться? Превосходно. Что прикажете? Чем могу помочь? Нужна моя помощь? Ты еще не видел? Ну же, приказывай. В чем проблема? На нас напали. Да. Согласен. Будет исполнено. Чем я могу помочь? Ну же, приказывай. Чем бы заняться? Нужна моя помощь? Да. Согласен. Да будет так. На нас напали. Согласен. Ну же. Еще не добил, да? Тебе нужна будет исполнено. Исследование завершено. Да. Чего хочешь, да? Здесь нельзя ну, строить. Нужна моя помощь. Да, ваш сядь. Не буду есть. Исследование завершено. Угу. Чем да я могу опять помочь? Опять работа. Им флорис, седар. Ты еще не будет исполнено. Пойдем. Котик. Как скажешь? Ну же, приказывай. Ну, если ты настаиваешь. Нужна моя помощь. Тебе нужна моя помощь. Тут особо не лезу, мне пока нет лезть. Не так быстро, котик. Более на бинтовку. Это дело. Чем могу помочь? На нас напали. Что вам угодно. Ну же, приказывайте. Не хватает золота. Не хватает золота. Что вам угодно. Превосходно. Не так быстро, котик. Да. Чего хочешь, зайка? Что вам угодно. Ну, если ты настаиваешь. На нас напали. Да.
Так. Ну, чем вы занялись? Приступаю немедленно. Так. Отлично, что моя помощь. Ты еще не видел меня в бою. Ну же, приказывай. Чем вы занялись? Мы хотим тебе пройти, ну алло. Чего? Да, господь, хорошо. Чем вы занялись? Здравствуйте. Как скажете? Дорогу! Моя помощь. Постройка завершена. Постройка завершена. Да. Не так чем быстро, котик. Да будет. Да. Чего? Ну, надо понять, это эксп, либо нет. Скорее всего, да. Что вам угодно. Это... Да, ваш вроде. Есть! Будет ну же, приказ. Нужно попробовать набежать, отменить тогда что-нибудь. Да, ваш сельство. Так точно. Тебе нужна моя помощь? Либо просто красную забрать. Чем да, можно с Тео Фейсом отменить экс. Превосходно. Ты еще не видел меня в бою? Нужна моя помощь? Чего? Да, ваш бродя. Да? Да, господин. Чем я могу помочь? Поехали. Чем вы занялись? Разница! Ну же, тогда выходим из лимита сразу. Что вам угодно. Ну, если ты настаиваешь. Да, ваш бродя. Ну же, приказывай. На что же чего хочешь, да? Быстрее! Что вам тебе угодно? Тебе нужна моя помощь? Да. Как скажете? Чего? На нас нужна моя проблема? Помощь? Да, ваш вроде. Что вам угодно? Тебе нужна моя помощь? Ну же, приказывай! Быстро, котик! Что вам угодно? Чего хочешь, Зайка? Ну же, приказывай! В чем проблема? Что вам чем угодно? Я могу помочь? Нужна чего моя хочешь, помощь? Зайка? Что не видел меня в бою? Магия будет чем моей. Проблема? Что вам угодно? Тебе нужна моя помощь? Выступай. Да? Не так быстро, котик. Что вам чем угодно? Чем я могу помочь? Будет. Тебе да нужна будет. Моя помощь? Не хватает чего золота. Хочешь, за? Пробафанного пута. На тебе экс. Нужна моя помощь? Это дело. Постройте первый. Что вам угодно? Чем вы чем я могу помочь? Выступай. Погиб. Кто не тратит? Что прикажешь? Нужна моя помощь. Чем вы занялись? Ну же, приказывай. На что ты же они? Ты видел меня в бою. Отлично. Выступаю немедленно. Да, мой друг. Ну же, приказывай. По имя на что же они? Нужна моя чем помощь. Могу помочь? Дорогу! Да. Ты еще не видел нужна меня моя в бою. Помощь? На что же чем они? Чем вы занялись? Не хватает. Что вам угодно? Согласен. Да, мой друг. Время быстрее. Ну же, приказывай. Да. Не хватает что вам угодно? Вашему. Да. Что прикажете? Ну же, приказывай. Чем вы заняться? Что вам угодно? Нужна моя помощь? Превосходно. Чем могу помочь? Чем что вам угодно? Да, мой друг. Да. Чем на могу помочь? Да, какой же он медленный, а? Кто-нибудь ранен? Что вам угодно? Да, ну мой же, друг. Приказывай. Приступаю. Что вам угодно? Чем могу помочь? Магия будет моей. Да. Ты еще не видел ну меня же, приказывай. Чего хочешь, да? Нужна моя да, помощь? Да. Плохая позиция. У меня кончик-то ну затупилась. Ну, что там? Что вам угодно? Блин, жал им лужа. Ну же, приказ. Дорогу! Что вам угодно? Время не ждет. Чем вы заняться? Магия будет моей. Быстрее. Расступись! Время не ждет. Исследование завершено. Всего-то? Неплохая идея. Легко. Смотри и учись. Так, что ладно, вам не увлекаемся слишком сильно тыком в коня. Быстрее. Нужна моя помощь? Чем могу помочь? Будет исполнено. Да, мой друг. Выступаю немедленно. Расступись! Что вам угодно? Траваться. Чем бы заняться? Время не ждет. Ну же, приказывайте. Кто-нибудь ранен? Нужна моя помощь? Магия будет моей. Чем бы заняться? Ну на же, что приказывайте. Да, господин. Мне подвластна да магия. Нужна моя помощь? Ранен? Ну, что там? Ну же, да, приказывай. Друг, на что жалуетесь? Время не что ждет. Вам угодно? Чем могу помочь? На нас напали. Постройте ферму. Да, да, мой друг. Ждем уже паладина. Хорошо. Что вам угодно? Отлично.
Ну же, приказ. Кто-нибудь ранен? Ты еще не на что жалуетесь? Меня в да. Кто-нибудь ранен? Чем могу помочь? Жду приказания. Ты еще не видел ну меня? Же, приказ. Там экспо. Как скажешь? И красный. Кто-нибудь да ранен? Я да, насчет экспо я уже не так уверен. Что вам на угодно? Что жалуетесь? Нужна моя помощь? Да, мой друг. Постройка ну завершена. Нужна моя помощь? Побегу. Готово. Что вам угодно? Чем могу помочь? Быстрее. Легко. Всего-то. Чем вы заняты? Магия будет моей. Исследование завершено. Закель быстрее до вас. Кто-нибудь ранен? Ну, шевелись. Приступаю немедленно. Да, мой друг. Чем вы заняты? Отлично. Приступаю немедленно. Время не ждет. Чем могу помочь? Ты еще не видел меня в да бою. Магия принадлежит кто мне. Угодно. Исследование завершено. Легко. Так. На что вы? Стоп. Ну же. Видел да, меня так в бою. Отлично. Что вам угодно. Нужна кто моя помощь? Неплохая идея. Баночка. Приступаю немедленно. Ну, что там? Да, мой друг. Ты еще не видел меня в бою. Ну же, время не ждем. А-а-а. Что вам угодно. Ты еще не видел меня в бою. Отлично. Ну же, нужна моя помощь. Ладно, ладно, нажму-то. Исследование завершено. Да будет. Что, приказ? Опять работа? Угу. Ну же, приказывайте. Ваша. Чем могу что помочь? Что вам угодно. Так. Не хватает. Нужна моя помощь. Мой молот укрепит вашу веру. Что вам угодно. Кто-нибудь укажите цель. На нас напали. Ну же, приказывайте. Повинуюсь. Наконец-то тайминговая разведка. Тут Т2. Да. Чем могу желаю? Да будет так. На что же жалуетесь? Покажите цель. Нужна моя помощь? Мы уже идем. Ну же, приказ. На нас напали. Исследование завершено. Нужна помощь? Ой, пошевеливайте. Что вам могу сказать? Мы уже идем. Приемлю вас в приказание. Ну же, приказ. Ты еще не видел? Нужна моя помощь? Чем вы просите? Кто-нибудь ранен? Повинуйся. Приступай. Да будет так. Что вам угодно? Ну же, приказывай. Дорогу! Дождит битвы. Ты еще не видел меня в бою? Приступаю немедленно. Его не успеваю взять. Постройте ферму. Да. Чем могу открыть огонь? Приказывайте. Да, доклад. Нужна моя помощь. Выходим. Ладно, идем. Главное, МКУ контролить. Если что, персоналка есть, пойдет. Ну же, приказывай. Да, Мило. Нужна моя да помощь. Хороший постройте ферму. Ну же, приказ. Лови, желаю. На что жалуетесь? Лови, ядро. Кто-нибудь укажите ранен цель? Ну же, приказывайте. Нужна моя да помощь. Им конец. Ага. Чем бы заняться? Считай, что мы уже победили. Что на вам что угодно? Можешь быстрее? Иду, иду. Да будет готово. Кто-нибудь ранен? Чем прикажете открыть огонь? Плохая позиция, это вообще на что? Будет исполнено. Исследование завершено. Чё случилось? Шадай. Урод. Ну я-то понятно, Шадай чё. В один. А, да, нормально. Ну, я да, согласен. Ну, блин, реально хорошо бис зашел в одной. Я виноват. Там, знаешь, в чем проблема была? Он, короче, от всего этого хараса в полтосе отбивался 3000. Угу. Да там проблема еще в том, что вначале отдал ТП, и потом не мог нормально на мейн ворваться. Там 4 фута забежали, по идее, я к ним стафаюсь, и все, там разрыв. А у меня ТП не было, и купить но не смог. У тебя ТП не было, да. Ты говоришь, что на эхо, если противник крипт квадри, можно туда посылать не фута, а раба. Не, ви, фу... И меня его не нет, слить, нет, нет, стрелять. У меня же фут, он быстрее появляется, и он успевает. Тут меня отвлекли. Ну, если ты футом туда влезешь, то фута там забашит, его жалко. Раба не жалко слить. Это не умрет там фут, нормально. Но у тебя он не купил туалет. Ну, не успел, говорю. Расстроился. Потому что не он первый подошел. Признание от Вити Дезнота.
Ну, вторую, третью нормально отыграл, надежно. Третью вообще все по учебнику. Был на два шага позади. Очень медленный хуман. Блин, а как он набил 50 левел или какой у него? 40 какой-то. 44-й, топ 20. Честные 67%. Так у него ты видел, сколько игр? Ну он нормально играет, но. Но не мирор. Ну, видимо, да. Видимо, не мирор. Макро у него слабое. Но он меня выиграл последний раз. Ну, блядь, и чё? Да бис нормальный, ты не показательная игра. Резак нужен, у меня лимитар. Да, я понимаю, что нормально. Дело в том, что это игрок как раз такого плана, что его надо макро спокойно кидать. Он не так микрит, как анима. Не такой сильный макро у него, чтобы его бояться. Микрит хуже, чем ТГВ. Да, я его переконтролил во второй. Ну как, не то, что там особо. Ну все, сейчас Алёша. Я не понимаю вообще, я его не видел. Мне нравится, как Алёша и Мирора играют, так что. Все, шанс. Держим. Мне не нравится, как он на эхо играет, ну как. Вот видите, 2-1, 2-1, 0-2, это хуже. Ну, видишь, неудачно попали. Алекс бы трая 2-0 надежно катнул. Да и ты бы катнул, если бы не начал. Ну, видишь. Это тоже не... Слишком фантазировать не надо. Сейчас опять надо настраивать, как же бесит. Я иду за бананом, а то кончилось тебя. Давай. Ну видишь, даже Шадай карту отдал, так что тут нельзя будет только меня винить. Да. Да, сейчас еще Алекс потащит, а мы проебем. 2 на 2, так что. Это вообще худший расклад. Готовились. Да. Тогда лучше, чтоб не дошло. Я вот... Поэтому я тут сижу, бугурчу весь КВ. Вы или просираете, или выигрываете. Блин, если бы агент в параллельной реальности у воркера отжал карту, все было бы гораздо лучше. Мы пили. Ну блин, пососная система все-таки, наверное, стрела. Не должны так сильно. Ну как, она пососная, она не пососная. Ну для плей-офф мне не нравится. Очень сильным игрокам. Да. А мне вообще никак не валит. Я всем, у меня, по-моему, все матчи 2-1, наверное, стрел, которые выигрывал. Почти, сейчас скажу. Да? Шадай меня в рейтинге сейчас обошел. Наверное, стрел. Нет, там был страйк, когда реально 2-1 выдавал. Спирал, сосо, ара. 2-1. Ну, это сильно. Пэшн 2-1. Ик 2-1. Сосо 2-1. Империус. Не, да, это уже вот недавно. Что, ДВ, пора мошнить? Ну, я прописал тайм и заскриншотил. Продуманный. А так никакой мошны мы манерный. Нотариально заверил? Как нотариус по-казахски? Нотариус. Знаешь, как нотариус по-английски? Нотариус. Нотариус. По-испански я... тоже нотариус. А ты знаешь казахский? Да? По-американски нотариус печи. Несколько фраз знает, в школе учил и на улице ругался. Все. А там его кто-то знает вообще? Да. Сколько процентов населения знает? Нет, сейчас очень много. Там сейчас 70% программа знает. Может, больше. Короче, тем госслужащим надо учить и так далее. Как бы официально учить два надо, языка. Но знать пока не надо. Да. Типа документооборот на двух языках ведется. Короче, сейчас на больше YouTube... людей не знают русский, чем не знают казахский. На Ютубе завелся этот товарищ какой-то. Агент, ты тут? Да. Иди быстро реплей аниме на МВ против Хума. Метнулся за реплеем. Ну это, конечно, нормальная такая заявочка. Давай. А чуть ты мог весь этот, весь КВ готовиться мог. Ну, как у меня нету в моих реплеях. Ты не был занят же вообще. Ты мог не появляться на матче с Ворком. Да.
Не, мы тогда еще ПП получили. Ладно, так вот, завелся на Ютубе чувак, и он ну, под последним видосом пишет что-нибудь типа «Привет, казахи! Привет, Ербол!» Ербол звучит как казахское имя, но я не уверен. Ербол — это казахское имя. Одно из лучших казахских имен, если так скажу. Короче, на NVC Trail он не играл. На МВ Hero. Остался сайт арены. А, или скажите его какой-нибудь аккаунт. Я-то по аниме искал, может, у него какой-то другой аккаунт. Я не помню, какие у него. 50-0 или 49-0, вот это вот. 49-0. Что-то такое было. А недавно у него какой аккаунт был? Надо что, да, я спрашиваю. Блин, ремайн красава, без машины, без этого, без шума, без пыли прошелся. Да он-то сильный что-то, ну, то есть соображает, немного там проседает. Не, я понимаю, да, ну просто. А че? Не машинил. Главное, прошел этого. Хослов. Он против Лавриета. Коррупты, главное, прошел. А че, он топ-3, да, уже? Чего? Да. Да, он начал-то замашнив коррупта, а ты говоришь, без машины. Да. Ну это не он сам замашнил, конечно. Ну там не, мы не знаем, кто кого замашнил. Сейчас приду, пока развлекайте чат. Ой, у меня в реплеях есть агент против Барак Обама. Но Барак Обама хуман. Это, наверное, не тот, который на стриме бывает. Так, а если мы замашним аниму 2-0, то нам надо будет одну карту отжать 2-0. Ну окей, я понял. Я про то, что он хэппи просрал, честно, без соплей, без нытья. На скилл, ну вон фоги он размотал. Сфера Лавриета сильных выиграл. ТГВ из этой страны. Для тебя то эта страна, это ведь Казахстан. Я русский. Я, короче, не нашел никаких реплеев. Да, скорее всего, аниме и так может сыграть. Я вон на эхо. Иногда им куберу, иногда им по настроению. Пойду перекурю. Денис пришел. А нет, у него сори. Так, рассказывайте. Ну ты говори, пошел курить. Угу. Че, он курить начал? Да. Ой, давай. Я понял. Че, тех уже? Нет. Блин, ну я, конечно, прокал. Все, дал карту. А я вот думаю, может на Амазоне стать второй брак внутри базы. Крипчится так, бегаешь от блэдмастера, а потом... А, да, кстати. Я после лузера уже начал об этом думать. Все, надо в всех мапах так. Аниме аут написал. Какара, короче. Чтоб он загорелся, поплыл. Спрашивают, из какой страны. Ну, давай ответим уже. Скажи, что из аула. Ну да, так и есть.
конечно, из России. Откуда же еще? Подступай к глазам разлуки жижа, нос сентиментальности расквась. Я хотел бы жить и умереть в Париже, если бы не было такой земли Москва. Кстати, Москва не настолько отвратительный город. Не насколько что? Настолько отвратительный, насколько я думал. Вот, мне понравилось. Понравился размах. Архитектура, короче. Я там, кроме как одной ВЦГ, нигде не был. Да нет, там... Квая дома еще был, и все. По факту раз в полгода там проездом бываю, день гуляю. Вот. Так, ДВ в игре. А, флаг странный. Да у нас у всех были странные. Я в душе, я... кубинец, а флаг там вообще какого-то острова дикого. Почему она должна быть отвратительной? Ну такой глобализированный город, слишком много там. Я кантовался. Ты привез с собой. Я про комп. Я вовремя. Мы тут про Москву разговариваем. Давай. Экспертное мнение. Чё там? Говорю, про Москву разговариваем. Давай экспертное мнение. А, специалист по урбанистике. В плане туризма отстойный город. Жить не знаю. Я там не жил. Только был несколько раз. Два. Мне не понравилось. Мне, короче, дико смущает, что там вот все разнорабочие, знаешь, там дорожные рабочие. Там постоянно ремонт какой-то стоит. Там дороги, переходы. Ну да. Меня смущает то, что вообще... Чтобы куда-то доехать, тебе надо 2-3 часа. Ну нет, а ладно. Так метро же есть. То, что все эти рабочие, они, ну там, узбеки в основном, таджики. Вот как какой-то этот... Это ГВ, ой, агент, ну допустим, метро, ну, 1.5 часа, то есть туда-обратно. Не, на метро быстро можно. 3 часа. Нет, это что, на метро быстро можно, там реально. 2 часа, ладно, прям как далеко теряешь просто на дорогу. Ну и что, в Барнауле так же. Барнаул тоже неплохой город. Всё, без метро. Без метро. Ну как бы, да. Но с сайтом. В Октау ты 10 минут в любую точку едешь. Вот это кайф. Ну, а мне короче, что еще нормально нравилось в этом, в Экибастузе, где родился. Он, короче, его строили, ну такой под промышленный город, там под разрез угольный лес. Да. И его строили, не знаю, в 60-е, что ли, где-то. В общем, там все улицы... Ровный? Спи, да, там все по линейке, все улицы либо параллельные, либо перпендикулярны друг другу. Так, раз... А микрорайон, да, улицы? Нет, там улицы это тоже. Это Казахстан, да, вообще? Экибастуз? Да. Блин, по названию... Там уголь добывают. Понятно. Там 1040 населения было такое. Нет, города, которые построили в середине 20 века, они вообще топовые, потому что там в микрорайонах очень много пространства для машин, и пробок нет из-за этого. А в старых городах они проектировались не под автомобили. Под гужевой транспорт. А что, без оглядки, что ли? Или он пошел? Темка. Он сразу экспресс стоит? Ну, это, по-моему, самая пососная идея. Не, можно, если он сумеет навязать размены на мейне потом. Но вообще третий конь нужен. Это Хуман Даунский так играл. Который... А этот что ли? Бандера. Говорят, да? Что он тоже Алекс. Нет. Алекс. Да. Это тоже Алекс, да. Но он с лесопилки начинает. Но я не понимаю, честно. Убили. Фута убили. На этой точке 4 тролля с сетками, а на верхней 2 с сетками. Имба.
один из худших демки, наверное. Нет, ю, лол. В смысле? Да там спросили. Ну, это мы даже не берёмся. Ну, да не, ну хавк еще, мы же форму не... Ну ты че, хавк? Ну вот смотрите. Слушай, это муж реально? Вот это меня раздражает, это посол. Вдруг у нас бандера в клане? Да, у нас два Алекса, они одинаковые, да. Слушай, он реально прям вот так же начинал. ВТФ. Надо спросить, не его ли это аккаунт был. Нет, бандера это делает закрытую базу на мейн. А, ну все, Алекс мне подозрение. Сейчас, если болт... Ну, кстати, не знаю, прям против МК это работает или нет. А норм, смотри, а один болт остался. Просто зачем? А тут футман. Нет, это понятно, то, что он фута разменял, но это не отменяет того, что он зачем-то построил лесопилку. Ну, не, видишь, у него леса не было, а рабов застрял. Надо было чем-то занять. Слышишь? Я понимаю, но можно было просто стоять, не пришлось бы тратить голду на лесопилку. Не, а как бы, лесопилка тебе все равно нужна потом для леса. Не, нормально это. А башни нет. Раб застрявший. Умеет вызвать внутрь? Да, конечно. Да, вызвал, хорошо. Сейчас отменит. И тут рабы битые. Хорошо, хорошо, все. Ну вот, о чем я говорил, размены навязать, и можно жить. МК сейчас окружит рабами, смотрите. Не круг, а брат. Да нет, нет, они далеко. Сейчас бы на экспанд бежать. А что ты там сделаешь, один конян зелемов? Смотрите, не круг, они тут надо рабов, да, еще вырезать парочку. Тут можно уже покупать пикста, чтобы не купил МК. Тут сейчас, кстати, Алексу можно подважать, дерзко. Рискованно, но... Блин, тремя рабами строит экс. Это больно, да. А я два брака делаю против МК вообще. Бывает такое, ну... То есть, не знаю. Я стараюсь убить как можно больше рабов сейчас... на экспанде, mm-hmm. и потом на 50 лимита тер-2 заказывать. Сейчас нельзя вообще Алексу уходить. Алекс нервничает, походу. Не, ну видишь, ответственность большая. Ну я понимаю. Я тоже нервничал, когда без 100 пиков. А я не нервничал. Вот. Все, Алёша, жми Т2. Ты можешь себе это позволить. Рад, тебе все человеческое чуждо. Агент. То есть, если он еще и по технологии реализовывать как-то то, что это раньше. В идеале. Блин, он еще раба заказал. Ставь еще башню и жми Т2. Хорошо то, что не дает башню поставить. Это держит на мейне аниму. Не, вот это плохо. Ну, архимаг. Удар хорош. С контролем. Сейчас конь начнет выхватывать. Там команды подрегенил на два болта. Т2, прошу тебя, пожалуйста. Тебе не нужно тратиться на троллей. Они бесполезны против муки, так что... Блин, там я прожил скотину. Анимочек хотел. Алекс, пожалуйста. Пожалуйста. Я слил 2-0. Что за глупости? Да, заказал. Ну, можно было гораздо. Да он агент вот. А, нет. Там бы ничего не помогло. Тут без нервяка красава вообще, спокойно взял ее. Блин, сейчас если буш пропрет, то минус ТП. Каркал. Нет? Лол, хорош. Дерзко, дерзко. Но все равно там сапоги. Но он хочет успеть купить как минимум этот. Не, он хочет внутрь залезть. Там же персоналка, надо окружить тогда МК. Но это нереально, да. Сам своих же футов уперся. Ну, тяжело реально в такой ситуации. Так надо ТП нет, просто ну, бежать сразу вот сюда. Можно было просто направо бежать, чтобы... Ну, вообще, да. МК бежал. Не надо было бежать. И так... слиться на крипах, конечно. Ну, единственное преимущество это тема. Это было реально. И анима ну, не будет там дропаться, что-то разводить. Сейчас, может, башня забашит, там хуй, он не улетит. Не понял. Архимага заказал на таверне. Ой, в Алтаге. Ну, правильно, правильно. Сейчас СМК крепит его в магазин, ему хотя бы одна книга опыта выпадает и пятый левел получает. Да ладно, господи, дожить до своего МК уже нормально. Ну тут Т1. Ну вот, я про то же. Алёша, это купить дирижабль. Его сейчас убьют футами. Дирижабль, резак. Сравни лимиты. Щиты есть, ясно? У Алёши есть. Нет, а у Алёши они зачем? Нет, нету анима.
походу. А, не, вот и два прожал. Короче, Алёше надо дропнуться. С щитами он бы пробил экспан. Эй, закрывай проход. С щитами, с мерками, изи пробивает экспан. Ну, не... Конь, ваш... ты чё, даун, что ли? Почему? А, тут там маны нет. Всё нормально. А, нормально, сейчас туда просто он прилетит. Побежал не налево, а внутрь. Смотри, смотри, тут он купил. Резак еще давай. Не, не хочет. Блин, а нужен. У него нет фермы. Барак надо потерять. Не нужен. В размен, что ли? Хотел разводить. Ну, в принципе, чё, дефейтся нормально. Куда рабы пошли? Нет. Чинить. Зачем его чинить вообще? Наплевать на него. Ну, время потянуть. Он дешевый. Видишь, забайчивает этих троллей на башенку. У него, смотрите, сколько на голде-то. Фокус грамотно разводит. Ты оценил эту цитату, агент? Из чатика. Панда. Чего? Фокус? Чё? Да там фокус играл с... Или воркер. Кто-то воркер играл с хумом. Видимо, воркер сок это было. Воркер грамотно разводит буровами, подманивает. И крепится на элемах. Сейчас панда отожмется. Не. А, то он один. Блин, просто учишь Blizzard и сюда. И чё он сделает со своей глухой застройкой? Лососнёт, правильно. Ну, третий левел, но... Да можно даже так. Ну, панда сомнительный выбор. Я считаю, надо... Ой-ой-ой, там слоу. Или МКУ. Слоу. Ну да, тут уже no way. Дирижабля нет рядом. Ну чё, конь быстрее третий апнет. Ну, блин, Алёша, аниму надо разводить. Он плывёт. А если ему дать в свою игру играть? Он, наверное, с грифона идёт. Да, ты, ну, Ани бы денег больше. Ну, он не выкупал коня. И тратился на башню. Ну, меньше тратился. Развод панды был, конечно, королевский. Брал бы тинкера, меньше найдешь. 415 голды за ничего. Сейчас пятый МК и еще один этим хороший. Конь побежал харасить вторым левелом. Ну, отменит воркшоп. Нет. При удаче. А, да, тут тролль стоит. Все равно отменит. Зелень. Инвол, демки. Не, это херня. Если бы банки маны падали, это было бы хуже. Ну, там тут и харасят. Но все равно все плохо. Панда застряла в базе, но там дирижабль. Блин, все, вот тут домикрить. И эти футы почти в плюс будут. Да. Сними реген маны. Вон, битым фотон. Ладно, беги, просто беги. Давай. Отведи. Под щитами. В принципе, если сейчас Алекс пойдет покрипиться, он быстро догонит по левелам. И в макро такой, конечно, лучше выйти. Если точки останутся. Лол, карта-то большая. Ну, у Алекса, что хорошо, все здания уже есть. Нужно. Правда, мортиры, я не знаю. А у аниме резака нет, и он может не догадаться купить. Ну, мортиры против Алекса нет резака. Так себе. Да, тоже думаю. Ну, блин, бред, на такой карте без резаков играть. Бред. Блин, тут им резака на хвосте. Сорт приступил. Где пан? Да вот он, рядом с конем, и там МК зажимает. Сейчас минус ТП будет. А где дирижабль? На мы не висит, ясно. Блин, надо было идти крепиться просто с дирижаблем и все. Дирижабль. Дирижабль. Да, заметил. Иногда обидно, забудешь про него и так висит всю. Ну, МК уже 5.5. Да плевать, господи. Да, я тоже думаю, что... Не, ну он неплох, конечно, шестого, но... Ну как можно так отдавать? Дирижабль надо микрить, да. Мортира против МК так себе, конечно. А во что аниме играть собрался? У него два воркшопа и все. Он грифонов, что ли, ждал так сильно? Мортиры? Мортиры кони. Без кастеров. Как он будет грифонов
Не, грифон это вертолет, они вниз уходят. А чем с кастерами делать будет? Вот вопрос. Так один болт и вот и кастер. Ну блин, а если да там скопится? Ну один болт. Три болта, три кастера, 10 кастеров ты будешь как убивать. 10 болтов. Алекс сразу 56 пошел. 55. Ну блин, натерял, но конечно. Тоже вышел. В мидгейме. Блин, как они без резаков играют? Ну нельзя же так. Ни грейдов, ничего. Ну. Так а в чем смысл делать кучу лишних рабов на этой карте, когда можно резака нанять? О чем? Паладина не качает. Ну ты же рабов в начале делаешь. В любом случае их делать. Резака довольно быстро можно выкупать. В загоне конь. Хорошо. Ну у него глухая застройка. Вот такого вообще наказывается легко с дирижаблем. Я вот делаю глухую, а потом прорубаю. Нет, зачем? Зачем? В чем смысл глухой в Мироре? Объясни. В начале, чтобы никто не забегал. Кто? Лишний раз. К тебе конь хоть раз забегал в начале? Что за бред? Футы и так проходят. Конь вначале под магическую вышку, он что, аутист? Минус, блин, риск. Амулет энергии упал. Сейчас еще мортиру убьет. Ну блин, если будет если сейчас лекпить... Молоток удар. Не, нереально. А что он став не купил? На самом деле надо удар, а потом молоток, чтобы паладин не успел. Просто приста. Крипджекает. Все, жми ТП. Паха, нет. Жми ТП. Сразу жми, меньше сольешь. Прист еще не улетает. Нет, улетел. Свиток отжал. У анима? Да. Да. А вертолеты пошли. Ну конечно. У анима хотя панда там. 1000 голды и 80 лимита. Но конь рвется на свободу. Войска вступили в бой. Да. Да нет, не посос. Нормально все сейчас. Панду до третьего апнет. Можно драться. С вертолетом. Ой! Телепорт просирает один за другим. Зря, по-моему, пешком мог успеть. Блин, все. Нет, ты что? Это наружу делать? Не наружу, вот. Вниз. А, подрывник прошел. Вот. Теперь тяжело. Хотя ресурс есть, отстроиться. Вертолетов мало пока, надо давить идти. И что-то отжимать. Ну, микри, Алекс там пробак застрял. Блин, а анима без кастеров накидал, словно грифонов. Поносный. А все, грифоны копятся. Ой, грифоны, вертолеты. И панда еще не третья. Повербилд. Ну, мортир абсолютно тут не нужен. С пандой это просто грифон в кастеров. Он пучится на инвул разведет. Хороший отхил стоит, сложно попасть панда. По нему. Ну, дыши, дыши. Давай, давай, дыши вертолетиков, прошу Алекс? Тебя. Он замахнулся, но умер тот вертолет, в которого замахивался. Лол. Смотрите, отхилы хорошо отработали, он до сих пор стоит. Один. Видите, да? Да. Сейчас еще дыхание. Один. Дыхание можно во все. Да, хорош. Блин, мортиру уходит. Добивай грифоны. Ну пойдет, пойдет. Нормально. Можно комбочить. Ну блин, реально. Тоже дебильно сделал. Можно надо было спокойно телефон. Выиграть эту катку. Ну анима дичь делает. Последний раз. Анима должен был снести экспанты и уходить. Что ему тут еще да надо? По составу войска делает дичь полную. Да, да. Без кастеров плохо. Да зачем танк, если у тебя панда есть, господи? Надо разводить, Алекс, еще не поздно. Ну вот реально сейчас опять... сюда с грифонами вертолет ворваться делает. И пандой. А вертолет-то он фига делает. Ну, на вертолет он может прорубить. Лес, не зачем знаю. Он конями бьет? Некогда прорубать. А пока. Блин, ТП нет, у Алекса сейчас нарвется. У него второй паладин. А как должен как без ТП-то, лол? Норм. Блин, паладин там был. Кони отлетают мгновенно. Хил. Хорош. Сейчас еще бы ТП успел дыхание. Паладин сейчас... Да, став есть. Тогда конь сдохнет. Тогда другой что-то сдохнет. Ну и то сдохнет сейчас. Ну все. Панда... Да, он закрыл тут. Ну отожми хотя бы инволуем ки. Казмодан отжал.
Блин, ну они... Лимита больше у Алекса. Дичь играет просто в полную. Панда 5 тоже выкупит герои. А зачем купить? Лол, можно всасывать в аватар? Не знал. Конечно. Сраная имба. Так нет, ну всякие пати и реджу взять можно. Берн нельзя. А, ну да. Ты про дриаду тоже не нельзя. Не знаю, ману нельзя. Ваших дриаду? Давай попробуем. Да. Два рандом хиро. Наверное, и встану всасывать. Вот это имба. Слушай, давай реально эльфом сыграю, зачем я андедом? Да лол, мы зря тренили, что ли? Хорош. Да блин, я пытался агента побесить, а ты... Так я-то всерьез все спинил. Бесполезный. Ну понимаю, да. Кстати, мортиры-то ни одной не осталось, он сейчас тут долбиться долго будет. Пустите. Сейчас ключевой момент дыхнуть в вертолет. Их уже 12 штук. Да, ну нужен нвул и сапог панди. Терпит. И пристов надо, пристов. Ну куда пристов? Он грифона-то подведи? Он учит грейд. Ну дыхание, конечно, на ноль. Нет, и чё, хорошее дыхание. Он штук 5 задел минимум. Нормально. А я не увидел, чтобы хоть одного забил. Ну, во-первых, вон битые летают, а во-вторых, несколько сдохло. Нормально. Присты без индерфайра. Он учит. У него одна костерятина, он учит. Ну анима пока лут за это внезапно. Да он дичь полную да. делает. Это не работает. Так панда пятая будет, она вообще в говнище да. все. Алексу сейчас стабилизировать надо игру. Надо идти крепиться. Да, да. Вот это. Можно ставить X-Man на левую. Единственное. Да. Паладина третьего сделать тоже полезно. С грифонами ты вот эту не закрепишь, что это проблема. Так, он тут апнулся. Паладин третий против МК вообще очень нужен. Да, конечно. И панда пятая. Да даже уже такая нормально дышит. Сегодня с легендарным Бока играл. Он взял первую МК, а я взял вторым паладина и сконтрил. Ну, Алекс наконец-то дирижабль взял. Ну, там вертолеты-то еще живы. Затанкует. Конь, конечно, 575 хп просто. Телепорт не купил. Проситься на купил, грех. Купил у панды ТП. Ага. Да, нормально его инверфайром обмазываешь, и третий паладин и живет. А при чем здесь инверфайр, болт? Причем, как Frost Armor, конкрет болт. Это под болтом еще. Рубами иди уже. Смоки или и так далее, он идет. Да, сейчас, кстати, атака хорошая будет. Анима отвлечется на постановку экспа. Там же не закреплено. Да не, он не отвлечется. Инерфайр блин, если бы анима сюда рабы сейчас пошел, стоят. То ворвался. У всех, сука, трех хумов сегодня у нас рабы стоят. Они, правда, не отображаются. В смысле? А у меня что? У тебя стояли рабы, блин, пол игры. На постановке экспанда и потом, когда ты срывал их. На эхо-то? Просто стоит. Да. А, ну я знаю. Нет, так ты их уже там избыточно было. Блин, смотри, сука, вертолетов, жесть. Ну, Надо, наверное, грифонов уже не делать. При грамотной Почему? Позиции можно. Только надо подкачать. Нет, надо их довести до красного да. и... Сейчас реально пару танков бы, конечно, это сделать. Надо. Но это им грейды нужны и так но далее. Но это надо видеть соперника. Нет, дыхание, идиотское. Надо ТП жать. Абсолютно. Дыхание в КД. Жми ТП, Алекс. ТП жми. Да, нажал. Грифонов не забудь. И дыхнуть бы еще вертолет. Пугни. Не понимаю, насколько будет вертолет. Угу. Вдруг вычинит. Блин, сейчас надо реально поспать. Рейды 1-3 на вертолеты. Зачем он понюта им качает? Против грифонов. Против... Блин, предпочел выйти грифоном 83. Лучше 3 скролла купить, да? Не, скроллы не помогают особо. Скролл протекшена еще надо купить. Да как это не помогает? Плата восстанавливает. Там все-таки подфокушевые вертолеты. Ну против такого количества вертолетов, да, возможно. Тут, я не знаю, как-то ну, как-то задышать. Надо купить скролы и дальше крепиться, пока есть что крепить. Что, крепить 3-0? Вот это. 3. Вот эти точки. Кому это интересно, Шагай? Два скролла покупай. Микуэри присал просто сразу. О, у него поднималка Асок есть. Силвор. Кстати, да. если размикрит ее... Смотрите, что он делает. Есть точка, может закрепить. Что он хочет? Алын с рабами пошел. Блин, никто не пытается их спасать. Не кончится. Что? Там вот инерфайром, да, надо обмазать все. Не все поднимай, обману. Поднимай блудмага. Так, пошли, отдача. Нельзя, надо пошел. Отходить от леса. Неудобно дышать.
Ну рабы хоть бы вот сюда побежали добывать. Что толку-то от них? Или там, самому там их убить вообще? Ну и тут один танк не помешал бы еще. Сплитит вертолеты. Дабл, разведка. Сейчас опять пристал бьет. Ну не, ее обмазали Эйнерфайром. Но надо драться, пока Эйнерфайр висит. Лучше ситуацию уже рабов не будет. Рабов в атаку! Да, про рабов забыл. Ой, сейчас плохо. Плохая позиция. Панда сейчас сдохнет. Но он не вязает поднималку. Ни на МК, ни на Блудмага. Свиток. Ай, кучу маны слил у панды. Пятое. Вот сейчас бы дыхание дать. Вот куда? Ой, нормальное дыхание. Надо было ТП надо было жать пораньше. Почти. Не, давай. Уже в рыцари, наверное. Блудмага. Кстати, будет развитие. Мечи. Размикрил, конечно, Алекс, как Вася полный. Че, 54, 48. Ну все, в 50 ушел, Алекс. Рабов забыл слить только. Все, убивай инком. Сейчас можно убить рабов. Убивай инком. Они... Ну, сейчас 35. Так а че, вертолеты-то тоже кончились. Сейчас и лемы дико тащат, просто дико тащат. Даже еще не... Пошел дышать в рабов. Нормально, а че? Нормально. А в кого? Я ничего не говорю. Блудмага. Ну, тоже неплохо. Ну, Блудмага даже лечить нечем. Ну, паладина догадался аниме сделать. Да? Да. Не, не надо уже в рабов. Минус вся мана. Надо валить. Вали. Архимаг почти пятый. Нужен пятый. Только без стола. Опять грифоны пошли. Нормально, вертолетов мало осталось. Их убить да, в одной битве. Мне тоже кажется. На став идти, нормально. Он уже не отстроит вертолеты, уже осталось голды. А я бы засал и начал бы коней делать. Да нет, ты что там, по коням ты явно сольешь. Блин, конь пятый капец как нужен. Блин, на перехват идет. Нечего. Надо вниз Алексу. Сейчас увидит и вниз. Видишь же? Да-да-да, хорош. Хорош. Только не успел. Анима запалил. Дыхни, дыхни, такое. Видел, но поздно, походу. А зачем став паладина-то? Телепорт теперь жми. Фу, блин, сейчас бы с одного баниша умер. 430 кое-то. Нет, наверное, нет. Хотя да, 430, да. Пусть жми-то. Так уже голда кончилась. Нет, еще нет. Анима пошел эксп ставить. У Анимы, кстати, меньше голды осталось. О, убей еще раба. А, такой Алексу спасибо. Алекс, убей расходы. Там сейчас проблема голда. В том, что... Делай ману. Последняя лунга. Ну, он загадывается. Вообще спрятал. Сейчас бы сорку. Ну да. Ну видишь, она вообще без грейдов. Просто с болта уйдет, даже без бани. Я понимаю. Она и так бы умирала. Ну, засейвил, кстати, поднималку. Да. Паладин первый еще не... А че он ломится, лол? Ну, я бы коней поднял вообще. Да, в смысл, лол? Блудмага надо поднимать, чтобы не просасывал. Они долго будут висеть. Да они ничего там не делают. Тут весь урон от МК и пососов. Нет, нет. На самом деле, если даже без баниша кинуть молоток в коня и всеми конями дарить, он сдохнет. Если очень четко сделать. Ну. Там ДПС, так конский по герою. Так нет, у Алекса-то что? Ничего нет такого. Ну, в смысле, до коня не дойдет. Он грифона будет вынужден бить престол. Как не дойдет? Просто подойдет и дойдет. Все. Четвертый все паладин. Хорошо. Блин, есть варианты еще. Эйнерфайр вешай. Спасибо. У Алекса не осталось голды на экспо. Вот сейчас можно. Давай. Грейд учит на атаку. На последнюю надо... голду? А, вот что он ждет. Ну Эйнерфайр-то повешай, ну что такое? Вертолеты. Да, Эйнерфайром надо обмазываться. Ой, сейчас вертолеты видно, можно дышать. Пошел Блудмага. Да бей, бей грифонами его. МКУ поднял рано. Да. Коней не выдержит, коней дыхнет. Нифига тут. Пары можем кидать. Да, сейчас не выдержит. Но там все равно он вертолеты перебесит, а тут хорошо забирает коня, может паладина. Лол, став один есть, всего один. Пятый конь. Давай, гонись.
Я объявляю, что Алекс выиграл. Ну, еще ничего не понятно, сейчас коня сольет. Все. Вообще четвертый паладин. Да, что-то. Чем ты поднимаешь имку? Вертолеты. Смысле? Вертолеты. А, улетают. А вертолетов уже не задел. На работу. Листы дохнут по КД. Да, плохо. Не лезь под башню только. Угу. Там они, правда, никак вот еще. Вот тут раз. Хз даже чуть-чуть. А есть. А, блин, он же может всех грифонов забанишить просто и драться. Да три нет, героя там... плюс кони против трех героев. А элемы? Да, элемы плюс дыхание. А, там не знаю, кони. Стоит ли так идти. Надо дождаться, когда аватар кончится. Да, как минимум. Ой, вертолеты. Грифоны. Икри. Крит. Он видит. Анима, что, крипить паладина пошел? Наверное, правильно. Да, если он эту сейчас заберет, капец. Блин, плохо. Он догадаться. Тупит. Он сейчас вернет. Догадается, а что ему мейн вообще? Не-не-не, это анима, давай. Битва. Чего анима? Ну видишь, он не догадался. А. Зачем ему этот тари вообще нужен? Это анима. Лучше реально красный. Раздухарился. Сейчас пойдут пососы. Тыкай блудмага. Нельзя терять ману. Тыкай блудмага. Ну, Алекс, что ты делаешь? Все, теперь там надо уходить. Уходи, да. Ну, блин. Было 400 ман, стало 160. Нормальное начало. Еще битвы. Ну, кстати, можно убить таунхолл и уже пытаться забыстрелить как-то. Сейчас надо рабов уйти убить. А, наверное. Блин, да шестой панда бы... Шестой панды тут и должен фантастики. Разобрать, если не сольет случайно героя. А чё, он может же просто летать? Нет, да. Почему? Банишь, там болт, там... и несколько вертолетов есть. Ну да, чуть-чуть. Дыхнуть бы на них, или убить вертолёт. Сейчас надо уходить, он инвул раззаюзал на паладине. Блин, сейчас отдаст грифона одного. А где вертолеты? Да, на молотке можно. Да, вернул, хорошо. Не спеши. С элемами, а, с элемами есть вариант крепить големов. Да давно пора. Да. Плюс тут крипы. Ты пятый паладин. Пятому паладину может даже инвул стоит вкачать, не знаю. Дыхни! Паладин отводит. Да! А мог. Эй, хил! Дыхни хотя бы в этих дебилов. Да можно и в блудмага дышать. Уж лучше, чем посасывать. Маны тебе будут. Кстати, хил под банишем хороший получился. Иди убей рабов. О, пойдет. Все ближе к шестому панда. Блин, пол левела, это реально на конях можно набить. Если еще АМ сдохнет. В плюс дача. Ну блин, кони, конечно, ну а архимаг 600 хп против такого. И инвулу паладин. Такое количество почему-то, а нет. Вот циркулетки, да. Можно архимагу передать для хп. Да инвулу передать, хоть как минимум. У него есть. Сейчас анима тут может зажать неприятно. Панда, панда! ВТФ, Алекс. Да нормально все. Думал, он забыл. Дыши, порыви. А, пососы рыб, пошли. Дыхание. Вертолеты. Дыхание. Хорош. Хорош. Все ближе к шестому. Мана. Мне откуда дышать особо. Коней бей. Ну все, добил вертолеты и сейчас коней будет бить. Блин, инвул-то прожимай, в ВТФ там столько дал маны соснуть. Дай инвул панде. Да ставь, пойди. Рано ставь. Зачем ты его? Да. В коня пойдет. Просрал. Коня просрал. Почему просрал? Там мана-то есть. Чё? Инвул. Инву близко. Инвул передай. Лечи. Ой, паладин у анимы. У анимы минус паладин. Блин, еще может коня. Маны купить. Нету паладина. Блин. Инвул можно передать. Инвул есть. И сейчас мана будет. Надо подходить к паладину, брать инвул. Мана сейчас будет. Блин, высосал. Передал инвул. Вот. Ну теперь тогда минус паладин. Скорее всего минус 2 героя. Фанда, фанду сейчас отпустит. Можно став успеть купить, продать все. Купить став. ХП.
Блин, не то купил. Толку ноль. Тут мага пошел. Ставь. Да блять! Капец. Ну еще есть, сам получить. На чем? Буд маги. Нет. Ой, а тут запасной приз. Угу. Блин, ну капец, и алтаря нет. Просто охереть. Как так можно было залить? Хиляй. Видишь. Выпил ману, лучше бы продал. Ну, растерялся уже тут. Все. Ну, сейчас на элиминейтить грифонами. Да нет, там МК с девайсами, он может, да, он может купить хоть что там, травей и так далее. МК с девайсами, рабы есть. Просто охереть. КВН нет. Надеюсь, вот уже. Чтоб я больше не горел. У нас три героя. Ща на дистанс майнинге. И тут что, рабы? 4200 леса, а я говорил резак. Грифоны сейчас пойдут. Хочешь передать? Ну, он из... Там видишь кольцо. Войска вступили в бой. Ну, конечно, полный удивительный состав нет. Просто надо было инву в начале битвы прожать паладином, а не как даун терять 200 маны на одном баунтке по сути. Сейчас Алекс выберет ИИ, наверное. Друг ИИ. Значит, под станом было, раз не перелось. Чё, анима даже на канал не заходит? Так-то есть варианты пикнуть какой-нибудь НИ и у макро развернуть. Боль, это не игра была, а боль. Ещё про аниму топ-хуман говорить. Ю. Просто. А топ-4 прокапа. Лавлет. Ну сейчас на тайм запушу. От всего. Можно. Так, без меня не начинайте. Вот. Заходи, наверное. Я сетку ГРК посмотрел, тут уже создали. Никто ничего не сказал. Смотреть. Пью лузает фокусы. Хэппи дропнул всех эльфов в сетку лузеров. Спас фокусы от них. Просрал фокус, все. Фокусу вообще не пришлось с эльфами играть. Сейчас подойду. Блин, не макро респы. Хоть меркинарий есть.
нормально, если Алёша сюда идет, Анима с повербилдом сюда идет, можно эксп даже ставить. Так, давайте скажем, я 2-0 пёкну. Это счет был бы 5-4. 6-4. Нет. Да, 5-4 в нашу пользу. Если Алекс 0-2 слил, там с 2-3 сделать. Вообще не вижу смысла побил делать в мироре. А, самый пососный. Нет, нет, на Меркинари. Мне уж показалось, что он вот эту крипит, это вообще был бы бред. Да, Меркинари, хорошо. Хорошо. Блин, блокирок. И там лучший девайс тут. Уже начальник не лучший. На начальной стадии не лучший. Ну, на начальной, да, но все равно приятно даже Лемом и коню. Тут лучше. Не знаю, мне мана нравится. Собственные респы. Нормальные респы, кстати. Ну, лучшие, но играбельные. Видишь, у Анимы повербилд был, поэтому у Алекса есть время эксп ставить. А у Алекса обычный билд? Ну, крипджек... Нормально, отогнал. Ну зачем он так рано диспелит-то? Да. Ой, хороший, добил. Ну. Все, отходи, отходи. Сейчас развернись по футу. Да. Пока не... Ферму забыл. Блин, он что-то кучу... Зря вышку, наверное, вообще грейдит. То если в эксп собрался. Лучше коня на дамаг. А, не мача строля кут. Нужный в мироре. Ну, в редких сезонах случае он быстро откидывается. Анима-то вышки нет даже. Сейчас, кстати, отменит вышку под ним. Сейчас накопит маны на Велема. Диспельщик. Ну? Тут ман мечется. Алёша! Разникрил. Все. Поздно. Инзвон. Прижал раньше, конечно. Но ты неприятно. Работа, кстати, если еще вот этого футра найти. Ну, вообще антимикруха пошла. Бил в итоге внутри. И сбивался в итоге. Ох. Элему поздно вызвал. И он получился просто под расстрел. Что такое? Парасу. Сейчас еще убьет. Да, если. А, так проход есть. Лол, вот. Видишь, анима 102 фейлит зато. Все, ой, третий левел есть. Или он внутри. Ну, Алекса рабов достаточно, может одними ментами тут себе третий набить. Ну, харасить-то нечем уже. Да, уже надо идти отбиваться. На мейн придут. Ну, повел ментов, а приста купит. Да, вот это плохо, нельзя было отдавать приста. Ну, только две пушки рад. Конь получил. Ну все равно сейчас вызовет. Да. Блин, конь у Алекса далеко. Менты сейчас над. Ой, футы. Щиты одному футу. Щиты одному футу. Прист. Баста добила пута. Диспель пристом и лема. Сейчас сдохну. Конь. Нормально. Ну видишь, он в лес спрятался, и он не смог выстрел нанести. Туман за тинкером пошел. Да, потому что мискликнул, наверное. О. Кто? Раб куда-то пошел. Не, он не мискликнул, он вижу пропал, наверное. Да, вторым героем ну, пошел. Фута убей. На город напали. Ой, дождись, чем он панда-то? Не панда, тинкер.
Тут ситуация по дымку. Тинкеры. Тинкер бесполезен абсолютно. Алекс играет. Мне нравится. Ну это с экспом. И то, тебе, то, что тебе нравится, это не значит, что это хорошо. Тебе в основном всякое говно нравится. Да что ты начинаешь? Сейчас по носу уходит. Ну дышать пора. Ай, блочит. Какой же он микрун. На ровном месте панду отдал. Да, теперь МКУ можно забрать. Все. Мы просрали кого. Найс. Найс. Зря кода сготовились. Ну ладно, чё. Все виноваты. Ну я не виноват, я лучше лайнап создал. Нет, лол. Отвратительный лайнап. Лучше бы я с Анимой играл, а Алекс... Ну... Так это ты самого изменил. Так, ну, ты сказал, что драйм МВ будет. КВ идеально прошел, так я и думал по счетам. Прям вообще один в один. Ну, я думал, что ТГ может просрать, в принципе. Не, я думал, Шадай 2-0, и тогда бы еще все потеряно было. Видишь, все виноваты. Коллективная ответственность. Да. Ну, Алекс тоже, конечно, отдал МВ. Это нереальный просто. 1 ДВ не успел насливаться. Ладно. Прощай, НВЦ-3Л. Да. Так и мы все. И не выиграли. Все. Все. Можно уходить из клана на НВЦ-3Л. Нет, лол. Ну, может, в ДХ. Во фри агенты собрался, что ли? Нет, все, сиди. Их удалили. А вдруг мы решим триумфальное возвращение устроить? Ладно, не расстраивайся, Алекс. Никто не расстраивайтесь, кроме агента. Все, короче, нормально. Нормально. Давайте. Хуже могло быть хуже, если бы нам. Если бы нам пришлось бы. Не, я не буду. Да, если бы мы Кодосу решающую слили, вот это было бы обидно. Да, да, вот это было бы хуже. Накани не слили и слили, а вот Кодосу слить. Четко, Anima Worker 2-0, а эти по карте отжали. Прям, блин. Нарочно не придумаешь. Идеальная война. Ладно, все тогда. Давайте, давайте. Пойду я.